гості і удзельнікі сённяшніх слуханняў. Гледачы нашай трансляцыі, мы працягваем сённяшнія слуханні. Зараз адбудзецца справаздача прадстаўніка па замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінета Валера Кавалеўскага. Калі ласка, Валер. На пачатку адзначу, што па выніках праведзенага народным апросам апытання дзейнасць прадстаўніка па замежных справах атрымала найвышэйшыя ацэнкі. Vox Populi бачыць, што вы робіце, і ацэніць гэта даволі высока. Калі ласка, Валя. Дзякуй. Добры дзень усім. Паважаны спадар спікер, спадарыня віцэ-спікерка. Шановныя дэлегаты Каранцыйнай Рады, дзякую за арганізацыю гэтых слуханняў і за запрашэнне. Для мяне гонар сустрэцца з вамі, каб распавесці пра вынікі сваёй дзейнасці ў якасці прадстаўніка па замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінета і расказаць пра прыярытэты на гэтым напрамку, выслухаць вашыя заўвагі, меркаванні і адказаць на пытанні. Хачу падзякаваць маім сябрам, паплечнікам і калегам, якія змаглі сёння прыйсці сюды ці назіраюць за нашай размовай онлайн, за ту неацэнную падтрымку, якую я атрымаў ад вас на працягу гэтага года. Міжнародная праца важная для ўсяго дэмакратычнага руху Беларусі, і шматлікія структуры вядуць тут актыўную дзейнасць. Сярод палітычных структур галоўная роля ў знешняй палітыцы належыць Святлане Ціхановскай і яе офісу. У кабінеце кожны прадстаўнік актыўна працуе на знешнім напрамку. Такая праца вядзецца і ў Каранцыйнай Радзе, і я рады засведчыць канструктыўную супрацу са спікерам, спадаром Андрэем Ягоравым, а таксама з камісіяй па міжнародных адносінах і з яе старшынёй, спадарыня Таццянай Марыніч і з іншымі дэлегатамі. Такое актыўнае поле дзейнасці вымагае пастаяннага інфармавання і каардынацыі сярод палітычных структур дзеля выпрацоўкі супольных падыходаў. Акрамя таго, у гэтай дзейнасці крытычна мець партнёрскія адносіны з грамадзянскай і экспертнай супольнасцю. Сярод такіх асабліва адзначу аналітычную групу iSense, народныя амбасады, геральдычную раду. Пры неабходнасці па канкрэтных пытаннях адбываюцца кансультацыі з асобнымі ініцыятывамі і экспертамі. Цяпер што казаць пра вынікі і наступныя крокі на гэтай пасадзе. За гэты год адбыліся дзясяткі візітаў, частка з іх для суправаджэння кіраўніцы кабінета, але большасць былі самастойнымі працоўнымі паездкамі. Адбыліся сотні сустрэч з замежнымі палітыкамі, дыпламатамі і экспертамі. Шмат увагі было нададзена працы з беларускімі, украінскімі і замежнымі медыя. У двухбаковых адносінах прыярытэт надаецца еўрапейскім суседзям Беларусі, Еўразвязу і краінам-сябрам Еўразвязу, Злучаным Штатам, Канадзе, Вялікабрытаніі. Супрацоўніцтва з Радай Еўропы стала прыкладам таго, як раней недасяжнае становіцца рэальнасцю, але таксама і важным прэцэдэнтам, які замацоўвае суб'ектнасць дэмакратычнай Беларусі і спрыяе выкананню іншых супольных задач. Сярод міжнародных арганізацый узрасла значнасць ААН як галоўнай установы для вырашэння праблем міру і бяспекі. Вялікая сямёрка, НАТО паказалі, што валодаюць таксама патэнцыялам для развіцця з дэмакратычнай Беларусі. Падкрэслю яшчэ раз, што гэта і іншыя вынікі нельга разглядаць як выключна зробленыя маімі рукамі. Да іх спрычыніліся ідэі, дзеянні, крытыка, энергія многіх сярод палітычных сіл і грамадзянскай супольнасці. Цяпер па канкрэтных справах. Распрацаваны план дзеянняў па кроках на міжнароднай арэне па абароне незалежнасці, тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту Беларусі, а таксама падыходы да перагляду адносінаў з Расіяй. Гэта неабходны крок для падрыхтоўкі геапалітычнага разварота Беларусі. Расійская агрэсія абвастрыла пытанне геапалітычнага выбару. Беларусь не можа сабе дазволіць цесныя адносіны з дзяржавай, якая дзейнічае, каб знішчыць наш суверэнітэт і сцерці нашу нацыянальную ідэнтычнасць. Адносіны з РФ мусяць быць цалкам перагледжаны з мэтай ліквідацыі залежнасці нашай краіны ад волі Крамля. І вывад расійскіх войскаў будзе толькі пачаткам гэтага працэсу. Замест гэтага мы будзем разбудоўваць адносіны з нашымі еўрапейскімі суседзямі. Прыналежнасць Беларусі да еўрапейскай сям'і павінна ўвасобіцца ў актыўным удзеле ў рэгіянальных фарматах супрацоўніцтва, развіццю адносінаў з Еўразвязам.
Усё гэта стала часткай працы па распрацоўцы канцэпцыі еўрапейскай перспектывы для Беларусі і распаўсюджанні гэтага наратыва сярод беларусаў і замежных партнёраў. Найбліжэйшым часам яна будзе зартыкулявана выразна як стратэгія для дэмакратычных сіл і беларускай грамадскасці. Працягваецца інстытуцыяналізацыя адносінаў з ключавымі партнёрамі. Пасля стварэння кантактнай групы па адносінах з Радай Еўропы пачалася праца кансультатыўнай групы «Беларусь-Еўрапейскі звяз». Рыхтуецца запуск стратэгічнага дыялога «Беларусь-Злучаныя Штаты». Вывучаюцца магчымасці для заснавання прысутнасці беларускіх дэмакратычных сіл і ў іншых міжнародных арганізацыях. Нарошчваецца санкцыйны рыск на ціск на рэжым. Да ўнутры палітычнага крызіса таксама дадаўся ўдзел ВПК Беларусі, ваенна-прамысловага комплекса Беларусі ў гэтай вайне. Літаральна сёння толькі што Брусэль абвесціў пра ўвядзенне санкцый па абодвух гэтых напрамках. У тым ліку сектаральныя санкцыі, якія тычацца ВПК Беларусі. Менавіта гэтае пытанне паказальнае ў тым, што відавочныя рашэнні часам прымаюцца зацягнута і складана. Пытанне пра санкцыі еўрапейскага звязу супраць ВПК рэжыма падымалася ў Брусэлі яшчэ ў красавіку мінулага года. Тым не менш, сітуацыя развіваецца, і наступнае міжнароднае дзеянне па гэтай задачы запланаванае на 9 жніўня. Адкрытая місія дэмакратычнай Беларусі ў Брусэлі пад кіраўніцтвам амбасадара Астапенкі, якая за гэты час стала цэнтрам беларускай актыўнасці ў сталіцы еўрапейскага звязу. За гэты час у місіі праведзена больш за 30 публічных мерапрыемстваў: канцэртаў, выставаў, сустрэч дыяспары, аналітыкаў, дыпламатаў і палітыкаў. Аднаўляе сваю працу місія ў Кіеве. Рашэнне аб прызначэнні кіраўніка на разглядзе кіраўніцы кабінета. Вялася праца над прыняццем фундаментальных інструментаў уплыву на палітыку іншых дзяржаў, справаздачы і рэзалюцыі па Беларусі ў міжнародных арганізацыях і парламентах. Сярод найбольш значных вынікаў – другі ад 20-го года даклад у рамках маскоўскага механізма АБСЕ, даклад і рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па міграцыйных праблемах беларусаў, ванкуверская дэкларацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ. Зараз працуем над тым, каб гэтыя дакументы не заставаліся проста хронікамі беларускага крызісу, а вялі да практычных дзеянняў нашых партнёраў. Вядзецца зараз праца і з Еўрапейскім парламентам і Кангрэсам Злучаных Штатаў над прыняццем адпаведна усеабдымнай рэзалюцыі па Беларусі і пятай рэдакцыі акта аб дэмакратыі ў Беларусі. Абодва дакумента паўплываюць на палітыку па Беларусі, краін Еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў. Парламенцкае супрацоўніцтва – адзін з прыярытэтаў у нашай працы, у якім атрымалася дасягнуць значных поспехаў. Святлана Ціхановская і яе каманда ў офісе Святланы Ціхановскай надае гэтаму напрамку шмат увагі, і гэта адно з тых месцаў, дзе мы можам садзейнічаць карантыннай радзе ў развіцці наўпроставых кантактаў. Параза Лукашэнкі на выбарах у Раду бяспекі ААН стала выразным ударам па манаполіі рэжыма ў гэтай арганізацыі, якая з'яўляецца галоўным месцам для разгляду пытанняў міру і бяспекі. Заява Святланы Ціхановскай з пазіцыі дэмакратычнай Беларусі аб размяшчэнні ядзернай зброі упершыню была даведзеная наўпрост да сябраў Рады бяспекі ААН пад разгляд гэтае пытання на пазачарговай сесіі, на пазачарговай сустрэчы Рады бяспекі ААН 31 сакавіка гэтага года. Ёсць прагрэс ад кантактаў з украінскімі ўладамі на палітычным узроўні. Ідзе пастаянная супраца з украінскімі дыпламатамі, развіваюцца адносіны экспертных супольнасцяў. Праведзены першы беларуска-украінскі форум Астрожскага, які мае стаць падмуркам для абмену інфармацыі па пазіцыях дэмакратычнай Беларусі і Украіны. Развіваюцца кантакты ў галіне ваенна-палітычнага супрацоўніцтва на фоне ўдзелу Беларусі ў агрэсіі, размяшчэння ядзернай зброі і ЧВК «Вагнер». Усталяваныя кантакты з міністэрствамі абароны, ключавых партнёраў, радамі нацыянальнай бяспекі, профільнымі камітэтамі ў парламентах нашых партнёраў, адпаведнымі падраздзяленнямі Міністэрства замежных справаў нашых ключавых партнёраў. Распачаты і развіваецца праект нацыянальнага пашпарта новай Беларусі. Дакумент мае за мэту пацвердзіць беларускае грамадзянства і служыць яго ўладальнікам праязным дакументам. Ёсць яшчэ некалькі іншых задач, якія не ўваходзілі наўпрост у рэгламент, які апісвае функцыянальныя абавязкі прадстаўніка па замежных справах,
І тут я хотів би назвати такі, як міжнародна допомога для громадянської супольності незалежних медіа і демократичного руху у вогуле. Ведеться менавіта про дзейність на політичному узровні, праця найперш з Єврокомісією і Конгресом Злучених Штатів, як головними партнерами демократичного руху Білорусі. Отриманная допомога от 2020 года была достатковая для становления руху за межой, однако для того, как протягивать рост демократичного руху Беларуси и перемагать, потребны измены в этих подходах. И тут я хочу отзначить так само конструктивную супрацу с Андреем Ягоровым из Координационной Рады Вогуле. Думаю, что нам тут еще будет шмат, что треба зробить разом. Міграційна проблематика, питання легалізації, візової політики, проєкт пашпорта. От початку війни ОСТ удільнішає у працівній групі по міграції «Примус Польщі». У травні була створена подобна група з уділом АПК у Литві. Гетеї механізми придаються так само для обміркування намірів об обмежуванні руху праз межу з Білорусію на гетим етапі. Тому є питання, які термінові, а є звиштермінові, і ми стараємося користатися гетими механізмами відповідно. Урешті, допомога білоруським доброохотникам. От початку війни доставлена допомога на суму більш за 200 тисяч євро, яку ми зібрали дякуючи допомозі наших партнерів за межою. Окрім того, от імя кабінету я вів перемови по статуту Координаційної ради і протоколу об взаємодії наших структур. Отзначу, що протокол повинен сприяти ясності у процедурах, у тим ліку, менавіта гэтых слуханняў. Процес прийняття протокола затягнувся, але со свайго боку виказую щиру падзяку представникам Координаційної ради за конструктивне взаємодіяння. Некалькі слов про проблеми, які треба розглядати як задачі для вирішення. Значная колькость субъектов международной политики у белорусским демократичным руху вымогает больше намаганий для координации и узгоднения. Пытание централизации внешней политики застается открытым. Другое. Отсутность ресурсов не дозволила выбудовать полновартостную команду, и тут наупрост закранается пытание об финансовании международной деятельности сбоку белорусов. Значная частка парадку дня у працы кабинета нацелена на вырашэнне практычных праблем беларусаў па абодва бакі мяжы, і таму, як з'яўляецца, трэба надаваць больш увагі таму, каб мабілізаваць ресурсы менавіта беларусаў, для таго, каб эта дзейнасць кабінета і прадстаўніка па замежных справах была больш эфектыўнай. Третье. Застаецца значны патэнцыял для больш эфектыўных камунікацый аб міжнароднай працы і яе вынікаў для беларускага грамадства. Я працюю над гэтым, каб гэтае пытанне было вырашана найбліжэйшым часам. Напрыканцы хачу адзначыць, што ўзаемадзеянне паміж кабінетам і Координаційнай радай мае значны патэнцыял, каб памнажаць у разы эфект ад намагання ўсяго дэмакратычнага руху. Устойлівая, матываваная, нацэленая на вынікі Координаційная рада – гэта адзін са складнікаў нашага агульнага поспеху. Активная присутность КР и пильная увага до деятельности кабинета формует нормы демократичного процесса Новой Беларуси и рихтует наше громадство до демократичного транзиту всей страны. Я зычу вам достигнения всех своих метов и буду готов сприять этому праз конструктивное взаимодействие с Координаційной Радой. Дякую за увагу. Готовы до ваших питання. Дякую за справоздачу. Я хочу одразу для задавания питання передать слово Поліні Бродзік. Дякую велике. Дякую вам, господар Валер. Я хочу особисто от себе сказать, что я вельми удячна за той унесок и ту працу, якую вы робите у международном накеронку. Сапраўды, гэта одно з наістотнейших, один из наістотнейших треков, в принципе, які зараз існує для беларусу, які знаходяться за мяжой, и, безумовно, які варты падтрымки. Вы, як і усе папярэднія спікеры, казалі пра тое, што ёсць недахоп ресурсаў. І зразумела, што, ў прынцыпе, гэта падмурак для таго, каб працягваць гэтую працу, таму што на валантэрстве большасць з нас, напэўна, не зможа выжыць доўгі і трывалы час. Хацелася б, каб ваша праца толькі паляпшалась і ўзмацнялась часам. І ў такой сувязі пытання – так, як мы ўсе зацікаўлены ў тым, каб кабінет узмацняўся, каб супраца з Координаційнай радай узмацнялась, і офіс таксама. Безумоўна, істотна, каб усё ж такі была магчымасць знаходзіць гэтыя ресурсы. І
На ваш погляд, у чым з'яўляецца галоўная праблема на сённяшні дзень? Ці то гэта нежаданне донараў падтрымліваць палітычныя структуры Беларусі? Ці то гэта недахоп рук, якія гэтым бы змаглі займацца непасрэдна вось у сераде кабінета пераходнага? Ці то, магчыма, гэта прынцыповая пазіцыя, калі прадстаўнікі кабінета вырашылі для сябе, што важна не збіраць на сябе вялікія ресурсы для таго, каб выглядала, не выглядала, што гэта проста там магчымасць зарабляць. У чым праблема? І як вы лічыце, ці ўдасца вам у наступным, ну, наступны перыяд, у наступнай кадэнцыі, калі яна працягнецца, на што я спадзяюся, ўсё ж такі знайсці больш магчымасці для таго, каб пашыраць сваю працу. І ў дадатак да фінансавага пытання яшчэ і пытанне каманды, калі б вы маглі больш акрэсліць людзей, колькасць людзей, якая з вамі працуе. Учора мы пачулі ад Патраса Хашчыка пра даволі неверагодныя лічбы ў добрым сэнсе. Колькасць людзей, якая ва Ўкраіне зараз працуе па IT-накірунку. Было сказана, што ёсць дзясяткі супрацоўнікаў, ці то сторонников, я не ведаю, якія дапамагаюць у десятки людзей, які дапамагаюць у разнастайных краінах па яго накірунку працы, які штат, ці то колькасць валантэраў, магчыма, якая працуе разам з вамі. Дякую. Што да фінансаў? Тут мы разумеем ці рэсурсаў увогуле. Мы разумеем, што ў гэта пытанне была пэўная эвалюцыя, то як кабінет падыходзіў да забеспячэння сябе, сваю дзейнасць аперацыйную ресурсами. Были певные змены, певные отступления от першапачаткового плана. Спачатку гэтая задача была ускладзеная на прадстаўніка по финансах и экономіцы, и гэты вариант не спрацаваў. Як мы памятаем, гэта забрало колькі часу. Таму трэба было перастроиться и дзейнічаць по-іншаму. Все ж таки, я думаю, что галоўнай проблемой до сегодняшнего дня является то, что кабинет не научился добра працаваць с белорусским бизнесом, який вымушено релоцировался за межу. Есть значный потенциал, який мы пакуль не умеем користаться, а варто было б научиться. Это и, скажем, наша структурная нездольность до этого, але так само и отсутность зрозумелого наративу, что такое кабинет, что, чем мы занимаемся, какие мы этой задачи, чему мы важны для белорусов. В этом смысле я так само различаю на то, что наше сотрудничество с Координационной Радой, оно да поможет прояснить для белорусского громадства, для белорусских бизнесов, чему важно то, что робить кабинет, и чему эта подтримка, она важна миновито с боку самих белорусов. Бо робим мы тут белорусскую справу, и наиперш миновито белорусское громадство повинно было бы затекавлено у тем, как мы были поспеховыми. Тем более, что занимаемся мы не только питаниями политичного характера, але так само и конкретными проблемами белорусов. Тут мы казали, уже сегодня говорилось и про политичных зневоленных, про то, как важно их подтримливать. Мы занимаемся питаниями миграционной проблематики, эта праца, я думаю, допомагает многим прояснить некоторые проблемы в своем житті. Тому я бы сказал так, что это в руках кабинета, мы можем робить больше, можем робить лепш для того, как мобилизовать ресурсы менавіта белорусского громадства для наших метов операционных. По команде, на сегодняшний день у моей команды 3 человеки. Гэта спадар Астапенка, кіраўнік місіі у Брусэлі. Ён таксама і намеснік прадстаўніка і адзін супрацоўнік па міграцыйных пытаннях. Я б сказаў, што ў ідэале каманда на сённяшні дзень, з улікам, канешне, зразумелых абмежаванняў, павінна была б складаць прыкладна 10 чалавек. 3 чалавекі ў Брусэлі, 3 чалавекі ў Кіеве і 4 чалавекі ў камандзе прадстаўніка ў самім кабінеце. Казаць пра бюджэт я тут не магу, таму што наша дзейнасць за мяжой, яна яшчэ не да канца адпрацавана, то бок гэтыя бюджэты, яны пакуль да нас яшчэ недаступныя. Вось, но, але масштаб прыкладна такі. Гэта калі казаць пра ядро, пра тую каманду, якая павінна была ввесці такую працу
на штодзённой основе. Але за гэтыя 3 гады было ўсталявана вельмі шмат партнёрскіх адносінаў з грамадзянскай супольнасцю, з экспертамі. Мы таксама азначаем, што тая праца, якую мы робім, і тыя дасягненні, якія ў нас былі магчымыя, яны не маглі б з'явіцца, калі б у нас не было падтрымкі ад нашых партнёраў, ад урадаў краін Еўрапейскага звязу, Злучаных Штатаў, Канады, Вялікабрытаніі, якія нам дапамагаюць вырашаць вельмі і вельмі складаныя задачы. Менавіта таму, што яны бачаць тую энергію, тую нацэленасць беларускага народа да дэмакратычных зменаў у Беларусі. То бок у нас наш патэнцыял значна большы, чым проста людзі, якія працуюць у кабінеце. Гэта таксама трэба адзначаць, што мы тут нам шанцуе ў тым, што мы можам карыстацца падтрымкай значна больш шырокага кола людзей. Дзякуй. Я не нагадаў пра рэгламент. Спрабуйце трымацца ў рэгламенце максімум 2 хвіліны на задаванне пытанняў і максімум 3 хвіліны на адказ. Зразумела. Аліна. Дзякуй вялікі за справаздачу і дзякуй за вашу працу. Маё пытанне адносна таго, што вы сказалі, што частка вашых візітаў яна суправаджальная, частка персанальная. Зносна гэтай інфармацыі, адносна гэтай інфармацыі ёсць пытанне наконт размежавання, інстытуцыйнага размежавання абавязкаў паміж НАУ, паміж офісам Светланы Ціханоўскай і паміж вось вашай працай у межах кабінету. НАУ у большай ступені займаецца пытаннямі санкцый і прававой адказнасці рэжыма за злачынствы. Офіс Светланы Ціханоўскай задае тон у міжнароднай павестцы. Яны рыхтуюць візіты Светланы Ціханоўскай. Што тычыцца маіх функцый, то яны збольшага накіраваны на тое, каб палітычная дамоўленасць і палітычную волю, якая ў нас ёсць з боку нашых партнёраў, трэба было канвертаваць у практычныя дзеянні. То бок Светлана Ціханоўская адкрывае дзверы, і мы павінны карыстацца гэтымі магчымасцямі для таго, каб эту добрую волю нашых партнёраў мы канвертавалі ў канкрэтныя дзеянні на месцах. Ну, калі так, агульна сказаць. Дзякуй, Паліна. Ну, і трохі ў працяг таксама гэтага пытання, але ўжо паглыбляючыся больш у працу непасрэдна кабінета. Так як усе мы знаходзімся за мяжой і вымушаны працаваць менавіта з нашымі замежнымі партнерамі, так ці інакш, усе прадстаўнікі кабінета займаюцца міжнароднай працай. Кім чынам вы размяркоўваеце паміж сабой працу па міжнародкі і ці ёсць у вас нейкая структурная каардынацыя, калі інфармацыя вось да прадстаўніка па міжнароднай супрацы сцікаецца ад вашых калег па іх накірункам, то бок вось калі вы прыходзіце на сустрэчу, там, напрыклад, у Штатах, ці падымаеце вы ўсе пытанні, якія таксама якімі займаюцца вашыя калегі, якім чынам вы вось гэта каардынуеце ўнутры? Так, сапраўды, мы стараемся абменьвацца інфармацыяй, гэта адбываецца і ў фармаце рэгулярных сустрэч кабінета, і ў абмене ўжо па-за межамі гэтых сустрэч. Калі рыхтуюцца паездкі, то мы збіраем прапановы пра тое, якія пытанні варта было б падняць на сустрэчах. Ёсць і такія сітуацыі, калі падчас сустрэч выяўляюцца нейкія магчымасці, новая інфармацыя. Калі я праводжу такія сустрэчы, то я яе перадаю тым, хто адказны за той ці іншы кірунак. Можна сказаць, што кожны прадстаўнік трымаецца той спецыфікі, якая приналежыць менавіта таму ці іншаму накірунку, і я ў сваёй працы стараюся ўлічваць гэтыя асаблівасці і дзяліцца інфармацыяй там, дзе гэта неабходна. Бываюць прыклады і ўзаемадзеяння па пэўных пытаннях. Санкцыйная палітыка, напрыклад, яна вельмі шырока прадстаўлена, многія займаюцца гэтай праблематыкай. Павел Латушка адказны за гэты кірунак, але мы ўсе стараемся яму дапамагаць у гэтай справе, дзяліцца інфармацыяй, падтрымліваць яго, дзе неабходна. Дзякуй. Можна я ў працяг таксама задам пытанне? Відавочна, што ёсць там розная прысутнасць сябраў аб'яднанага пераходнага кабінета у міжнароднай павестцы, как бы, па розных пытаннях, і зразумела, што прадстаўнік па міжнародных сувязях гэта галоўная фігура, як бы тут, але адносна астатніх, там ёсць розны баланс, хтосьці больш як бы удзельнічае, хтосьці менш.
чым гэта вызначаецца, і вось мне цікавіць пра ваенна-палітычнае супрацоўніцтва. То бок, калі ёсць вось гэта развіццё ваенна-палітычнага супрацоўніцтва, то як бы не відавочны ўдзел там Департамента национальной безопасности, эти представительства по порядку, как это реализуется, каким чином повестка это формуется, как увеличиваются их пропановые питания. Дотично военно-политическое сотрудничество, то эта работа на сегодняшний день заключается в том, как устанавливать контакты, как мы ведали один одного, как мы каб нас лепш разумелі, каб мы маглі інфармаваць наўпрост тых спецыялістаў, якія працуюць у міністэрствах абароны, у радах нацыянальнай бяспекі розных дзяржаў. І гэта тое, што можна рабіць на ўзроўні прадстаўніка па замежных справах. Канешне, мы хацелі б у ідэале, каб Светлана Ціхановская, калі б выпраўляецца ў міжнародныя візіты, каб яна магла павесці з сабой усіх прадстаўнікоў, якія б самастойна адказвалі б на свае пытанні, якія б маглі б парадак свой дня прывозіць у замежныя сталіцы. На сённяшні дзень гэта не заўсёды магчыма, зноў жа праз дэфіцыт рэсурсу і проста нармальную рацыянальнасць. Калі ёсць магчымасць абмеркаваць, падняць некае пытанне самой Светланы Ціхановскай ці яе камандай, ці я не заўсёды з'яўляюся у візітах Светланы Ціхановскай менавіта з тых жа самых прычын, каб гэта было рацыянальна, каб гэта было кампактна. Калі ёсць такая магчымасць, то мы ёй карыстаемся. Калі ёсць патрэба ў тым, каб прадстаўнік самастойна выязджаў у паездку, як гэта раблю я, як гэта робяць іншыя прадстаўнікі, то мы карыстаемся такімі магчымасцямі. Зноў жа азначаем, усе прадстаўнікі вядуць сваю міжнародную працу, але прадстаўнік па замежных справах вядзе ўсю гэту міжнародную працу. Таму у маіх абавязках разумець і ведаць спецыфіку дзейнасці ўсіх, і дзе магчыма падтрымліваць прадстаўнікоў на гэтых па гэтых пытаннях. Дзякуй. Аліна Харасова. Я бы, напэўна, зараз перадала слово нашым калегам онлайн. Добра, давайте тады дадзім слово онлайн. Чакаем. Добрый день, коллеги. Добрый день, бачым вас, Татьяна Марыніч, кіраўніца Міжнароднай камісіі Координаційної Ради. Да, спасибо вам большое за возможность участия онлайн. К сожалению, по состоянию здоровья не смогла приехать. Хотела бы поблагодарить Валерия Ковалевского за, во-первых, за большую работу по международному направлению. На этом направлении, мне кажется, результаты говорят сами за себя. Также за конструктивную работу между Координационным советом, нашей комиссией. Мне кажется, последние месяцы это было действительно заметно. И, может быть, позволю себе после ваших ответов, которые на вопросы, которые касаются функциональных аспектов деятельности, перейти к тематическим вопросам. И, наверное, один из самых важных в этой связи вопрос отношений с Евросоюзом. Вы упомянули в своем отчете важность этой темы. Действительно, вы знаете, в Координационном совете проходят слушания по европейской перспективе, и мы в августе планируем обсудить итоговую резолюцию. И в этой связи мой первый вопрос по этой теме о позиции кабинета в отношении европейской перспективы. Что означает европерспектива с точки зрения геополитического выбора Беларуси? Можем ли мы на самом деле сейчас говорить о первых шагах на таком стратегическом пути по будущему вступлению Беларуси в Европейский Союз? И если я правильно услышала, вы упомянули стратегию по европейской перспективе. Что это за документ, кем он готовится? Может быть, есть возможность с ним ознакомиться? Или когда вы планируете ознакомить с ним экспертов и беларусов? Спасибо. Дякую, Татьяна. Дякую за гэтае пытанне і за супрацу. Я думаю, што нам яшчэ шмат што трэба будзе зрабіць разам. Еўрапейская перспектыва з пункту гледжання геапалітыкі для нас гэта на сённяшні дзень натуральны выбар у пытанні, як Беларусь, як дзяржава можа выжыць у суседстве і у вельмі цесных адносінах з Расіяй.
мы больше не можем позволять себе того формату отношений из самой России и с нашими европейскими соседями. Наша задача оборонить независимость и суверенитет Беларуси, обеспечить нормальное развитие Украины, оборонить национальную идентичность от той атаки, которую мы сейчас назираем. И мы можем себе дозволить выполнить эти задачи именно про тесные отношения с европейским связом и, возможно, в перспективе с складе европейского связа. Тому это такая магистральная тема, якая вельми складаная. Мы разумеем, что для того, чтобы реализовать некоторые серьезные такие системные речи у тем, как Беларусь визначает свою внешнюю политику, нам треба дойти еще до моменту демократичных изменений в Беларуси, когда будет обновлена конституционность, когда будет обновлена демократичная система. Але уже сегодня мы робим кроки у направку того, чтобы позначить свой европейский выбор. То, что Беларусь является часткой европейской семьи. Например, проект белорусского национального паспорта, он просякнутый белорусскостью, он просякнутый так само европейскостью. Мы тут можем для себя абсолютно видовочно означать, что этот документ нарождается супродеяние тому тиску, який Беларусь отчувает с боку России. И однозначно показывая, куда мы хотим рухаться. Тому навод такие кроки, такие инструмент, такие инициативы, яны помогают нам подкреслить наш выбор. Что до стратегии по европейской перспективе, это та праца, якую треба было почать еще ранее. Яна еще не почалась, это то, что треба было бы працовывать, и я бы тут, конечно, различивал на партнерский подход разом с Координационной Радой, с комиссией по международных отношениях, как мы эту працу вели разом, и не только замыкающиеся на политических структурах, а, конечно, так само и с громадянской супольностью, и с экспертными группами, которые нам завсюду помогают в таких складанных задачах. Спасибо огромное, да, будем рады сотрудничать, в том числе по этому вопросу. И, может быть, второй вопрос, заключительный, связанный с вашей работой в направлении как раз сотрудничества с Европейским Союзом, он касается представительств. Вы упомянули уже представительство в Брюсселе. Может быть, если можно, чуть подробнее о целях этого представительства, каковы первые результаты работы представительства, и если можно поделиться планами на следующий период. И в связи с этим дополнительный сразу вопрос уже задам. Есть ли какие-то еще представители у вас в других странах Евросоюза? Если есть, то какие-то страны тоже, какие, может быть, цели и задачи перед этими представителями стоят? Если нет, планируете ли вы открытие новых представительств или назначение новых представителей? Місія в Брюсселі працює трошки більш за півгоди. Знову ж вернуся до питання ресурсів. Як я вже казав, господар Остапенко там працює самостійно. І це, звісно, показує його як видатного професіонала, але так само обмежовує моцно його можливості у тим, що можна зробити одному чоловіку у таким складаним осяроді з такими можливостями. Проведено шэраг мероприемств у миссии. Все-таки это найперше место белорусскости у Брюсселя. Мы повинны користаться этой махчимостью. Нагадаю, что будинок, у яким местится зараз миссия, был передаден часово уладами Фландрии, за что им великая подяка. И это дало нам махчимость, ну, саправды поширить наш функционал там у Брюсселе. Але калі казать про политичную працу, то найперш нам важно развивать отношения с политическими структурами Евразвязу, с теми структурными подразделениями у Европейской комиссии, которые занимаются питаниями Беларуси. Тут и директорат по питаниях поширения Европейского связу DGNE, это и директорат по внутренних питаниях, служба внешних связей. Тут есть великий набор питань, которые треба вирішати, и яны вимагають постоянной присутності у
у Брюсселі. Консультативна група, яка тільки почала свою працю, вона становиться такою рамкою, у яких буде вестися гэтая праца на постоянной основі. Чекається, що сама консультативна група буде збиратися двоічі на год, і в рамках її будуть створені працівні групи по тематиках, які будуть працювати часом офлайн, часом онлайн. Але головний план для місії у Брюсселі – це менавіта насичення консультативної групи, каб зробити її саправди практичним механізмом, який буде постійно працювати і буде націлений на досягнення конкретних виніків. Інших представництв у європейських країнах ми покуль не плануємо. Є офіси представництв у ОСТ, у Празі і у Таліні. Яны працуюць менавіта як структурныя падраздзяленні ад ОСТ. Я ўжо ўзгадваў місію ў Кіеве. Яна плануецца аднаўленне яе дзейнасці ў найбліжэйшы час. Зараз прапанова па таму чалавеку, які будзе ўзначальваць гэтую місію, яна на стале ў кіраўніцы кабінета. Найбліжэйшым часам я спадзяюся, што гэта рашэнне будзе прынята. Дзякуй. Пакуль што мне падаецца, мы трошачкі ідзем у вельмі бюракратычны такі бок справаздачы, колькасць прадстаўніцтваў, людзі, падрабязнасці. Мне падаецца, што гэта, канешне, важнае пытанне, але мы трэба рухацца ўсё ж такі да сутнасці міжнароднай дзейнасці, да выканання стратэгічных задач у адпаведнасці мэтам кабінета, можа, менш звяртаючы ўвагу на арганізацыйны бок. Гэта пакуль маё ўражанне. Паліна, калі ласка. Я думаю, што год назад было не так відавочна, якія канкрэтныя мэты перад вамі стаяць, і як вы самі казалі, што некаторыя магчымасці выяўляліся ўжо падчас дзейнасці. На наступную кадэнцыю ці ёсць нейкія канкрэтныя планы на вось наступны год, ці, магчыма, стратэгію агульную, прыярытэты можаце таксама агучыць? Дзякую за пытанне. Насамрэч, тыя пункты, тыя задачы, якія выконваліся на працягу гэтага года, якія я агучыў тут, яны з'яўляюцца таксама задачамі і на наступны перыяд. Варта дадаць, што для нас вельмі важна дамагчыся таго, каб краіны Захаду прынялі зразумелую і эфектыўную стратэгію што да Беларусі. На сённяшні дзень, на жаль, у гэтым пытанні ёсць дэфіцыт. Ёсць з аднаго боку кансалідацыя пазіцыі, мы бачым яе ўжо на працягу амаль 3 гадоў, што яна застаецца нязменнай, і гэта не вынік некіх прыродных з'яваў, а вынік працы Светланы Ціхановскай і яе каманды на тым, каб трымаць нашых партнёраў разам. І разам з тым мы бачым, што не да канца адпрацоўваюцца канкрэтныя задачы, канкрэтныя праблемы, што тычыцца сітуацыі ў Беларусі. Напрыклад, Лукашэнка працягвае падпісваць міжнародныя пагадненні з Расіяй, якія падпарадкоўваюць нашу краіну волі Крамля ўсё больш і больш. Мы бачым нарошчванне ваеннай прысутнасці Расіі на нашай тэрыторыі. Мы бачым, калі абагульніць рост умяшальніцтва Расіі ў ўнутраныя справы, падрыў суверэнітэта. І да гэтага часу мы не бачылі выразнай палітыкі Еўрапейскага звязу, Злучаных Штатаў, па тым, каб спыніць гэтае ўмяшальніцтва. Да гэтага часу яшчэ разглядаюцца адносіны паміж Беларусію і Расіяй, як звычайныя двубаковыя адносіны, у якія іншыя краіны не будуць умешвацца. Але гэта не звычайныя адносіны, гэта адзін агрэсар спрабуе падпарадкаваць іншую краіну, якая знаходзіцца пад кантролем нелегітымнага кіраўніка. І для нас крытычна важна дамагчыся таго, каб нашы партнёры зразумелі тое, што адбываецца, і не толькі зразумелі, але і зрабілі гэта часткай сваёй практычнай палітыкі. Скажу толькі, што абсалютная большасць еўрапейскіх краін, Злучаныя Штаты, іншыя краіны яшчэ ад пачатку незалежнасці заявілі пра сваё абавязальніцтва Беларусі, якая будзе дэмакратычнай, суверэннай і незалежнай. Палітыка ёсць, дзеянню не заўсёды дастаткова для таго, каб падмацаваць гэтую палітыку і паказаць, што сапраўды гэтыя дзеянні адбываюцца. Мы можам прааналізаваць дакументы крытычных нейкіх мерапрыемстваў, самітаў НАТО ці сямёркі,
у яких говорится про то, что так, есть певные проблемы у Беларуси, есть заклик до режима про то, как яны пришли до неких решений об измене своих поводинов, але при этом не говорится про то, что есть и демократичный рух Беларуси, что есть иншая соправдная Беларусь, якая змагается за демократичные змены в Украине. Нам так само треба домагаться того, как у таких документах политично вельми важных, как была адлюстрованная соправдная Беларусь. То бок это такие меты, якія становятся фундаментом нашей политики, фундаментом того, якую подтримку Беларусь може отримати от міжнародної супольності. Тут я так само даруюся, що порушаю трохи регламент, але відзначу, що гэта так само, як і Україна, Беларусь вельми залежить от того, каб перемагчи у гэтай боротьбі за незалежність, за суверенітет і за демократи в нашій країні. Україна змагається у війні, і міжнародна супольність бачить гэтую боротьбу, відзначає мужність, відданість українців у гэтай боротьбі. І гэта менавіта тое, що дозволяє Україні отримлівати необхідну підтримку у всіх її формах. На тое самае ў праве разлічваць і Беларусь, дэмакратычная Беларусь. Што мы змагаемся за мэты, якія зразумелы, якія падзяляюцца міжнароднай супольнасцю, нашымі еўрапейскімі суседзямі. І гэта павінна быць асновай таго, каб мы атрымлівалі неабходную падтрымку ад міжнароднай супольнасці. Дзякую. У нас яшчэ адзін наш калега онлайн. Одна наша калега. Господин Роза Турарбекова, или у вас ваше питание? Спасибо за предоставленное слово и предоставленную возможность задать вопрос. Уважаемый представитель кабинета, у меня к вам будет по меньшей мере три вопроса. Они касаются конкретно региональных, да, уже направлений международной деятельности кабинета. Первый мой вопрос касается украинского направления. Меня интересует следующее. Есть ли план у кабинета по Украине на будущий год, на следующий год? Есть ли сейчас уже, можно ли говорить, о синхронизации этого плана с действиями украинских властей? Или это пока только спорадические визиты для установления контакта? Можно ли здесь ожидать оживления, да, этого направления? Кроме того, анализировали ли вы современные торговые отношения между Республикой Беларусь и Украиной? По данным исследования за 2022 год, тем не менее, торговля продолжалась, в частности, речь идет о закупке нефтепродуктов. Если такое происходит сейчас, то есть большая вероятность, что после окончания войны и при условии, если режим останется у власти, Украина может возобновить торговлю вот с режимом Лукашенко. Какова позиция ОПК по этому вопросу? И озвучиваете ли вы эту позицию во время своих встреч с украинскими властями? Что касается... Я по возможности, можно задам сейчас три вопроса всем? Я просто спрашиваю разрешение у спикера. Я просто думаю, что калина тематично и как бы не пересекаются, то лучше разбивать. И у отказе я предупреждал возможность отказать, и у отказе, коли можно на питание отказать так, альбо не, то можно просто сказать так, альбо не, и рухаться далее. А третье питание не будет? Третье питание будет, коли вы откажете. Добре, домовилися. Є розпрацьований план, така дорожня карта того, як ми можемо поліпшити наші відносини з Україною. Він був переданий українському боку на різних узровнях, у тим ліку офісу, представникам офісу президента. Ён разглядаецца тым бокам. Разам з тым адзначу, што супрацоўніцтва з украінскім бокам адбываецца на самых розных узроўнях, і экспертная супольнасць у гэтым сэнсе для нас вельмі важны саюзнік, у тым, каб працягваць, стрымаць беларускае пытанне на украінскім парадку дня. Гэта пакуль што недастаткова, але тым не менш вельмі важна, што гэтыя намаганні робяцца.
І коли буде можливість синхронізації наших супольних поглядів на те, як ми можемо працювати далі, то, звісно, ми зможемо рушити далі. Я вже згадував представництво у Києві. Думаю, що призначення представника і відновлення діяльності, операційної діяльності в Україні дозволить зробити такий більш практичний крок у тим, щоб ця праця велася справді не час від часу, не від візиту до візиту, а на постійній основі. Гандлёво-економічні відносини поміж Білорусі і Україною справді протягують мати місце. Для нас це така доволі болюча тема, у тим сенсі, що ми всі розуміємо, що є ризика, є той сценар, при яким відносини поміж Україною, після перемоги у тим ліку, і Лукашенком можуть вернутися до того стану, який був до війни. І так нас така перспектива турбує, і так ми підіймаємо це питання у контактах з нашими українськими партнерами. Дякую. І третє питання, Дарья Роза. Третій вопрос касается російського направлення. Є ли у вас план в отношении Росії? Российской Федерации, или только вот то, что я вижу, это непризнание подписанных соглашений, там, желание высказано там, выйти из ОДКБ. Обсуждается ли взаимодействие с демократической оппозицией Российской Федерации? Есть план, есть рамка того, как мы должны действовать для того, чтобы переглядеть отношения с Российской Федерацией у долготерминовой перспективы, в том смысле, когда у Беларуси отбудутся демократичные изменения. Это предугледжує выход из некоторых погоднений, которые наибольш шкодные для суверенитета и независимости Беларуси, как то АДКБ. Союзная держава, перегляд некоторых экономичных погоднений, которые могут шкодить суверенитету Беларуси. Ну, в принципе, магистральная идея такая, что мы должны уменьшить или ликвидовать вообще зависимость Беларуси от России. И военная присутность в этом смысле – это только один из кроков, которые мы должны были сделать. Что до демократичної оппозиции Российской Федерации, то до сегодняшнего дня мы не бачили виразної позиції російських демократов до того, як вони бачать внешню політику Росії після демократичних змін. Коли б вони прийшли до влади, що це означало б для країн-сусідів? Ці справді вони готові відмовитися від імперіалізму, готові відмовитися від колоніальних практик у тих країнах, з якими вони з'являються сусідями. До гэтага часу мы не бачылі такой выразнай пазіцыі з боку Росіі, што яны расійскіх дэмакратаў, што яны сапраўды гатовы ісці гэтым шляхам, што для іх не будзе праблемай, калі Беларусь скажа, мы хочам быць у НАТО, ці што мы хочам размаўляць все павальна 100% на беларускай мове, ці на якой мове мы захацелі б размаўляць. Таму до таго часу, пакуль мы не пабачым гэтага прагрэсу, я думаю, што нашы адносіны будуць заставацца такімі бессістэмнымі. Дякую. Калі ласка, Ян Родзік. Спадар Валер, хотел бы у вас удакладніць наконт пашпартов, на якім этапе зараз яны знаходзяцца, калі прыкладна яны з'явяцца, і таксама наконт самого працэса, як гэта у вас адбывалася, з якімі, мабыць, вы праблемамі сутыкнулись, як ваша камунікація ў межах кабінету і партнёраў адбывалось, тому что мы ось вчора от спадара Сахашчыка чули про то, что не завжди отрымливается неяк зразуметь один іншого. Мабыть, мы можем не чимсти допомогчи вам, каб это хутчэй отбылося, тому что это вельми важная тема. Многие белорусы находятся зараз без документов, и это вельми перешкаджает життю. Так, сапраўды, і насамрэч памятаем пра тое, што пачаткам гэтага праекта стаў менавіта водгук ад беларускай грамадскасці. Гэта было патрабаванне фактычна ад многіх беларусаў, каб Светлана Ціхановская звярнула ўвагу на гэтую праблему. Як вы разумееце, ніхто з нас не з'яўляецца спецыялістам па выдачы пашпартоў, па абароненых дакументах, але гэта тая задача, якую мы атрымалі ад беларускай грамады. І ми не могли відмовитися від цього. Тому наприкінці минулого року було прийнято таке стратегічне рішення, що ми будемо займатися цим. До сьогоднішнього дня розпрацьований узор документа,
праця, яку вела Геральдична Рада з уділом і дизайнерів, і істориків, і геральдистів, і філологів. Вельми серйозна праця була проведена разом з професіоналами у галіні оборонених документів, які сапраўды займаються виробом пашпартов. Ми отримали запевнені ад Європейської комісії, що гэты документ відповідає стандартам міжнародної організації по громадянской авіації. Мы так само досягнули домовленность той самой Европейской комиссии, что коли у нас будет такой документ, они будут готовы пропоновать его для признания краинами Европейского связа, найперш. И это было для нас важным прецедентом, который дозволил бы нам в будущем уже идти далей и домагаться такого признания с боку інших краин. Великобритании, Соединенных Штатов. Мне подается, что питание больше тычилось не отповедности стандартам безопасности дизайна, а юридичного легального боку. То есть, когда это станет возможным, что является перешкодами для кого начать эти паспорты выдавать, какая европейская страна может начать это делать, чем это будет отрозниваться от travel documents, те национальных паспортов страны Европейского Союза. Да, конечно, питание признания этого документа, оно центральное. Для того, чтобы как бы это было не просто такие довольно дорогие сувенир нам в библиотеку, а как бы это был саправды инструмент, который полепшит жизнь людям, сдымет и острые проблемы, с которыми многие сутыкаются. И менавіта это складанное юридичное и политическое питание, оно стоит как бы перешкодой того, как мы рухались худшей. Просто скажу, что такого ранее никто не робил. Таких документов просто не з'являлось, каб сотни тысяч людей из одной страны, которые вымушены были съехать, каб яны распрацавали себе подобный национальный пашпорт. И то, что мы з'являемся першапроходцами на этом шляху, так само визначає то, что не завсёды гэты прогресс такий хуткий, як нам хотелось бы. Тем не менее, я могу сказать, что на конференции 6 жнивня будет особая презентация по этому питанию, где мы сможем больше подробязно рассказать про то, в каким стане... Вы большаете, али зараз у вас слухание, и тому я бы хотел, это вельми важное, истотное питание, все-таки почуть зараз, на каком это этапе, и как обывалась ваша внутренняя коммуникация, я удокладню питание. Який, что вам заминает? Вам, Украина некая, вы не можете знайти, кто бы его признал. Питание зрозумело. Да, зараз мы знаходимся на этапе того, что нам треба знайсти ресурсы для виробу узоров этих документов. Физичный узор – это передумова того, что краины будут разглядать питание об его признании. Это достаточно значная сумма, которую треба собрать, и менавіта это стало такой перешкодой для того, как мы рухались худшей, але это питание уже фактично вырешено, поэтому я думаю, что коли казать про график того, как у нас появился этот документ уже в руках, и мы могли сапраўды перейти до іншого этапа, это прикладно снежень этого года. Дякую. Полина Бродзік. Я бы хотела повернуться до питания Украины, так как оно завсёды стоит краевугольным, в принципе, у всей нашей международной повестки. Але у дадзеным конкретным выпадку хотела бы размовлять худшей не про политичную площадь, а про гуманитарную. Моя команда неодноразово, я особисто передавали вам разностайные пропановы и список проблем, с якими сутыкаются белорусы в Украине. У вас есть, отповедно, планы по перезапуску представництва в Украине и, напевно, уже распрацаванный план, те стратегия того, что вы хотите там поспеть зробить за наступный период каденции. Так вот, когда вы приходите на встречи с украинскими политиками, что вы кладете им на стол в первую очередь, кроме того, что, безумовно, хочется налаткавать стосунки с украинским политикумом и выбудовывать дальнейшие стратегические планы разом? Ці кранаетесь вы увогуле питанню звычайных белорусов, которые там зараз находятся, и коли так, то менавіта яких? Конечно, питание политического порядка дня, нашего взаимодействия на политическом уровне, яны идут первыми. Бо это именно та основа, те воронки, в яких мы взаимодействуем. И когда у нас нема нормальных политических отношений, то вельми часто это становится просто невырашальной перешкодой для того, как заниматься и иншими практичными проблемами. Тем не менее, не глядя на, скажем так,
працяглы працэс збліжэння з украінскімі ўладамі. Мы працягваем займацца і пытаннямі міграцыйнай праблематыкі, і пытаннямі банкаўскіх рахункаў. На вялікі жаль, не магу сказаць, што ў нас тут ёсць вялікія поспехі з боку украінскіх уладаў, партнёраў. Ёсць такія запаволенні ў вырашэнні гэтых праблем. Зноў жа звязваю пэўныя надзеі з тым, што ў нас пачнецца нармальная праца прадстаўніцтва ў Кіеве, і гэтым пытанням будзе нададзены дадатковы імпульс. Вось то, што могу сказаць зараз. Дзякуй. Можам зараз вывесці Таццяну Марэнжну. Да, спасибо большое, коллеги. У меня вопрос, который касается международной повестки и тех вопросов, которые вы обсуждаете с коллегами. Вы сами говорите, что значимая часть вашей работы составляет встречи с международными представителями, с политиками других стран, с главами государства, главами министерств и так далее. В связи с этим есть ряд вопросов политических, по которым у представителей демократических сил Беларуси есть абсолютно разная позиция. В частности, эти вопросы, которые касаются, например, оккупации Беларуси, влияния на режим, санкций, давления. И, например, когда мы слышим выступление одного из представителей кабинета, в частности, например, Павла Латушко, его позиция довольно четко артикулирована и выражена. Означает ли это, что это есть единая позиция кабинета? И, может быть, внутри кабинета есть разные позиции по этому поводу? И как вы ведете вот это взаимодействие с международными партнерами в таком случае? Спасибо большое. Да, дякую, складанае пытанне, насамрэч, таму што ёсць і вельмі, вельмі складанае пытанне ў нашым парадку дня. У міжнародным, калі казаць, напрыклад, пра пытанне акупацыі, то гэтая дыскусія вядзецца, лічы, ад 20-го года, калі казалася пра ўнутраную акупацыю Беларусі, што тыя працэсы, якія адбываюцца, паказваюць, што Беларусь больш не прыналежыць беларускаму народу. Але ці можна гэта было называць сапраўды акупацыі з пункту гледжання міжнароднага права? Канешне, не. І нават да сённяшняга часу, не гледзячы на тое, што мы бачым ўжо ў міжнародна-правых дакументах азначэнне таго, што ў Беларусі адбываецца мяккая анексія з боку Расіі, ты не менш, нашы партнёры, міжнародная супольнасць абсолютно не гатовая да таго, каб карыстацца менавіта такім вызначэннем. Нават пытанне ўмешальніцтва Расіі ва ўнутраныя справы Беларусі застаецца пытаннем такім не да канца адпрацаваным, у тым сэнсе, што не заўсёды гатовыя партнёры ісці далей, рабіць больш канкрэтныя крокі, нават казаць пра тое, што ёсць такая праблема камунікацыйна, подсветляць сітуацыю Беларусі і даволі небяспечную сітуацыю для нашай краіны. Таму вядзецца дыскусія ў самім кабінеце. Мы абмяркоўваем гэта. Мы абмяркоўваем гэта з нашымі партнёрамі з экспертнай супольнасці. Мы спрабуем прыходзіць да нейкіх знамінацеляў, але разумеем, што на сённяшні дзень выпрацаваць адзіную пазіцыю не заўсёды магчыма. І разам з тым мы не думаем, што тая розніца ў поглядах, якая можа існаваць у нашых выказваннях, яна крытычная і што яна нам не дапамагае рухацца далей. Дзякую. Пытанне ад віцэ-спікер Кіліны Жываглот. Падаецца, што добрае пытанне ў працяг Таццяны. Вялікі дзякуй за справаздачу, за працу, за ўзор дыпламатычнай працы. Я маю тры пытанні. І мне падаецца, што комплексна можна адказаць на іх, таму адразу тры я задам. Вы сышлі з офіса Светланы Ціхановскай і зараз працуеце толькі ў кабінеце. Чаму цікава? Ці ёсць тут канфлікт інтарэсаў, ці штось яшчэ? Другое пытанне. Я пачула, што у задачах, у праблемах ёсць значная колькасць гульцоў пазначана, і таму фокус на каардынацыі павышаецца з аднаго боку, з другога боку вы вызначалі, што ёсць прадстаўніцтвы офіса Светланы Ціхановскай, так падкрэслівалі, но гэта не прадстаўніцтвы кабінета. І таксама мы разумеем, што вы
Окей, і при гэтым цікава, як падпарадковуюцца адзін аднаму стратэгіі офіса Светланы Ціхановскай і кабінета. І можа тут у адказе можна будзе зразумець, якая іерархія у гэтых стасунках. Мне падаецца, што пытанне Таціяны наконт стратэгіі і прымання рашэнняў, яно недзе ў гэтай плоскасці. Так, тры пытанні. Да, дякую. Сапраўды, важные пытанні про то, як формуется знешняя политика у наших политических структурах. Пачну з лёгкае пытання, чаму я сышоў з ОСТ. Таму што у ОСТ у мяне была пазіцыя, там у свой час быў унутраны кабінет з прадстаўнікоў па канкрэтных кірунках. І калі быў створаны аб'яднаны пераходны кабінет, то той унутраны кабінет, ён быў распушчаны. Ну і фактычна знікла і тая пазіцыя, на якой я знаходзіўся. Таму натуральным чынам я проста апынуўся ў АПК, і да гэтага часу я яшчэ захоўваю месца ў управленні ОСТ, і таму гэтая сувязь захоўваецца. Што да каардынацыі, сінхранізацыі нашых намаганняў, іерархіі паміж ОСТ і АПК. Светлана Ціхановская з'яўляецца кіраўніцай кабінета, і ОСТ з'яўляецца той камандай, якая дапамагае ёй выконваць тую працу, якая яна робіць у тым ліку ў якасці кіраўніцы кабінета. Яна з'яўляецца тым чалавекам, які вызначае знешнюю палітыку ўсяго дэмакратычнага руху і кабінета ў тым ліку. Таму каманда, якая працуе побач з ёй, дапамагае ёй разбірацца у бягучых праблемах, прыходзіць да канкрэтных пазіцый. У гэтым сэнсе мы супрацоўнічаем з ОСТ, ёсць пастаянны абмен інфармацыі, узгадненне. Не магу сказаць, што ён працуе ідэальна, не магу сказаць, што бездакорна, але тым не менш гэтая праца працягваецца. Мы таксама ведаем пра тое, што ОСТ каардынуе знешнюю дзейнасць і з каардынацыйнай радай. Таксама ёсць абмен інфармацыяй, ёсць абмен планамі. Таму складаная досыць атрымліваецца камбінацыя, як я ўжо казаў у сваёй справаздачы, пытанне таго, каб гэтая дзейнасць была цэнтралізаванай знешняй палітыкай, ён застаецца адкрытым. На мой погляд, знешняя палітыка, знешнепалітычная дзейнасць павінна быць цэнтралізаваная, і прысутнасць некалькіх цэнтраў знешнепалітычных, яна не заўсёды дапамагае. Дзякуй. Но это все пытания отказа были. Вторая была отдельная. Кроме того, что вы представитель по внешней политике, вы еще заместитель Светланы Тихановской. Есть ли здесь какие-то дополнительные функции и что это означает? Фактично это означает, что коли Светлана Тихановская не может, например, отшелить некое посяджение кабинета, то она может звернуться до своих представников с просьбой провести такое посяджение, обмерковать некие пытания. Час от часу это практикуется, хотя треба отзначить, что Светлана Тихановская с большего завсёды сама проводит посяджение кабинета. Дякую. Оля. Дякую, я хотела список питання. Перше питання, добрий день, Валер, дякую за справоздачу. Перше питання, назовіть, будь ласка, три основні задачі на попередній год, що з їх виконано і які були помилки, коли не є. Можна одразу про помилки, тому що агульно ви вже відказували про те, що було зроблено. Так, я могу сказать так. Можа, самые складаныя задачи, якія трэба было вырашыць, яны не былі вырашаны. Структурныя – гэта бюджэт і каманда. На вялікі жаль, гэтае пытанне да гэтага часу не вырашанае. Пытанне адказнасці і санкцый. Яны апынуліся даволі складанымі нават у тых умовах, якія нам здаваліся вельмі спрыяльнымі для такіх механізмаў. Не былі яны до конца скарыстаны не таму, што мы не стараліся, а таму, што была пэўная інерцыя з боку партнёраў, ці уводзіліся тэмы, абмеркаванні, якія былі, ну, зусім не дапамагалі нам, напрыклад, што тычыцца калійных угнаенняў і вываду іх з-пад санкцый.
І третє, я б сказав, що це стратегія заходу. Для нас це було задача досягнути того стану, коли країни заходу все ж таки прийшли б до супольного розуміння, що треба робити по Білорусі. Це покуль не відбулося. Знову ж таке питання, як адмова признавати документи, підписані Лукашенком після виборів 2020 року, воно залишається відкритим. Хоча, здається, воно для нас абсолютно відомо. Я вибачаюся у протяг, просто у Яна питання. Так, ви вось упомянули гэтую тему, тое, што і ОСТ, і АПК, вось фізічна кіраўніца кабінета знаходзіцца ў Вільнюсе. І офіс Ціхановскай там таксама ў Вільнюсе. Вы там знаходзіцесь уже 3 гады, калі мне падаецца. Адсюда ў мене вынікае 2 пытанні. І вы якраз такі замежнымі справамі займаецесь. Як так атрымалось, что за гэтыя 3 гады знаходжання ў Литве вы не смогли объяснить литовцам, что беларусы это не русские, по-першее, и по-другое, на фоне того, что Литва проводит дискриминационную политику супраць беларусов, не разглядаете вы вариант переехать в какую-нибудь больш становчую до нас краину, например, в Варшаву? Все ж таки просил триматься поважливого ставлення у задавання питанняў. Я откажу. Ну, по-перше, отзначаем, что Литва робила и робит вельми шмат для белорусов. И у них есть свои интересы национальной безпеки, и мы повинны их поважать так само. То, что есть певная траектория у тем, как замежные краины ставятся до белорусов, это тлумачится уделом Беларуси у агрессии супраць Украины, что на нашей территории зараз размещаются российские военные, ядерная зброя, ЧВК «Вагнер», и что потенциально территория Беларуси может быть выкористана супраць национальных интересов інших держав. Мы повинны найперш с повагой ставиться и с разумением ставиться до этих меркований. Я думаю, что Польша в этом смысле так само не является выключением. И они так само дбают про свое найперш. Але з візами тут, звичайно, проблем нема. У Литве так само вырашенное питание с визами. И тем лику, дякуючи намаканням громадянской супольности, политических структур Светланы Тихановской, у тем лику мы здолели сделать так, чтобы не было горше. Я разумею, что часом вельми складана патлумачыць дасягненне, якое выглядае як кепскае рашэнне, якое не было прынятае, бо яго нема. Яно адсутнічае. Гэта гіпатэтычны некі сцэнарый, які ніколі не стаў рэальнасцю. Але тым не менш, такіх сцэнароў хапае па ўсёй Европе. Можам прыгадаць і Чэхію, і Эстонію, і Літву у гэтым сэнсе, што была небяспека прыняцця рашэнняў, якія маглі б значна пагоршыць стан беларусаў. І тым не менш, яны не былі прыняты, менавіта таму, што быў актыўны ўдзел політичних структур у тим, каб не допустити прийняття таких рішень. Дякую, Ольга. Ну, хоча я лічу, що проблеми з візами білорусів є, і треба це питання уздимати першим у кожну поїздку міжнародну і про можливості для білорусів. А моє питання друге. Ви сказали, що була проблема з бюджетом. Які механізми по протягненню фінансових сродків для праці представництва є, як представництво фінансується зараз? Я перш скажу про візи. Ми займаємося візовою проблематикою для білорусів у самой Білорусі найперш. Це вельми важно, каб ми підтримували мобільність білоруських громадян, каб протягувався едукаційний, приватний бізнес, обмін, каб люди могли подорожничати. У гэта ёсць пэўна дасягненне, але і заховаецца вельми шмат проблем. Наприклад, тема з тим, що можуть закрити межу з Білорусю, з боку Литви, Латвії, Польщі, яна новая, але яна не апошній раз, калі яна загучала, і тут ми ведем так само консультації з нашими партнерами з тим, каб беларуская перспектива була улічена у випадку, калі гэтае питання буде абмярковацца, каб правы і свободы беларусаў не былі пашкоджаны тим ці іншим чынам. Что до формования бюджета, то мы тут в значной ступени полагаемся на поддержку наших партнеров, институциональных фондов, которые помогают нам с тем, как поддерживать операционную деятельность.
На жаль, до сённяшняга часу не магу сказаць, што гэтай падтрымкі было дастаткова, каб выбудаваць паўнавартасную каманду. Зноў жа вяртаюся да пытання таго, што гэта павінна быць задача, такая стратэгічная задача для грамадзянскай супольнасці, для беларускай грамадскасці з тым, каб падтрымаць палітычныя структуры. Каб гэта было больш патрэбна беларусам, чым замежным партнёрам, дэмакратычным беларусам. Дзякуй. Яшчэ пытанне будзе? Так, у мяне яшчэ ёсць пытанне. Аліна Кошык учора на адказным пытанні, ці лічыць кабінет сябе выканаўчай уладай, сказала, што так, лічыць, як лічыце вы, і прызнаеце еўрапейскі звяз кабінет выканаўчай улады, як ён у якасці каго узгадвае ў сваіх рэзалюцыях і дакументах. Так, конечно, я лечу, погаджаюся тут со спадарней Ковшик, то, что мы притримливаемся заявленных у регламенте, у миссии кабинета вызначения, что это выконавший орган. И так, международные организации, эти национальные урады, коли они узгадывают кабинет у своих документах, то они отзначают миновито выканаўчую функцыю кабінета. Тут я не магу сказаць, што ёсць нейкія дэкларацыі на гэты конт, што мы прызнаем кабінет такім-такім органам. Але, напрыклад, калі парламенцкая асамблея Рады Европы прымае справаздачу па міграцыйных пытаннях, і калі ёсць адсылкі да АПК, то яны робяцца менавіта як да органа, які здольны прымаць рашэнні і выконваць гэтыя рашэнні. Дякую. Короткое апошнее питание. Ці плануете вы открытое поседжание кабинету далей? Про открытое поседжание кабинету, мне здаётся, пакуль таких размовов не было. Я не думаю... Не плануется. Далей. Виталий Ромашевский. Добрый день, господар Валер. Дякую за справоздачу. И, в принципе, дякую так само за допомогу Светлане Тихановской и международной деятельности. Я лечу, это надзвичайно важно. У меня такое питание до вас. Ці не лічыце вы, што пытанне візавай падтрымкі беларусаў, магчымасць для ўсіх простых беларускіх грамадзянаў падарожнічаць адкрыта па ўсім свеце ў еўрапейскаму звязу, працаваць у еўрапейскім звязі, вучыцца ў еўрапейскім звязі, павінна стаць прыярытэтнай задачай для дэмакратычных сіл. Таму што ў мяне, я магу сказаць в цэлым, не толькі па працы кабінета, складваецца такое ўражанне, што мы ўсе кажам вельмі шмат пра вельмі высокія мэты, пра каторыя мы не можам, на каторыя мы не можам паўплываць. Напрыклад, еўрапейская перспектыва Беларусі і так далей. Гэта доўгатэрміновыя мэты, у нас няма ніводнага рычага рэальнага ўлады, каторы б мог дазволіць нам паўплываць гэта. А вось зрабіць для беларусаў Еўропу больш адкрытай, гэта тое, што ў нашых сілах. І вось вы называлі тры гэтых пункта важных, да, прыярытэтных. Ці не лічыце вы, што вось гэты чацвёрты пункт, які я зараз прапаную, ён мусіць быць пастаўлены хіба што на адно з галоўных месцаў, тому што сёння я проста пацверджанне сваім словам магу сказаць наконт пытання з візамі для беларускіх сем'яў, нават палітвязняў, да, которые не могут былых политвязнев, альбо людей, которые вымушены съехать с краины. Многие сябры их семей не могут приехать до их на простую сустречу. Русские демократичные силы про это навод не узгадывают. У меня после будет еще одно питание. Ну, вот, на это питание можно не отказывать, потому что это фактично комментар. Был даденный отказ, как бы при отказе на питание Ольги Ковальковой. Там наступное питание, коли есть. Наступное питание? Есть наступное питание? Коли ласка. Все ж таки, я думаю, что про приоритетность этого у деятельности кабинета можно было подать отказ удокладнить. И другое питание на конт супрацы с иншими демократичными силами. Вы слушно сказали про то, что для координации международной деятельности повинно быть супольный, я бы нам подкорректовал, может быть, не центр, а супольный месседж. Как вы бачите, вот вельми шмат робится нам Анатолий Лебедько, вельми шмат робится иншие демократичные силы вот, по коммуникации с Европейским связом, в том лику координационная рада, вот Анатолий Владимирович, он спричинился до того, как были створены группы собравства Беларуси в многих парламентах, национальных парламентах краин Европейского связа. Как вы бачите, вот мощность такой больше шильной координации, какие механизмы может быть, у вас уже есть зараз пропановы, которые вы могли огучить по тому, как месседж все-таки был супольный, а праца, або ресурсы у них, а по всех, была скоординованная. Дякую.
Я пачну з таго, што кабінет, калі мы яго вызначаем як галоўны выканаўчы орган, якім прымаюцца рашэнні і яны імплементуюцца, павінен быць і цэнтрам вызначэння знешняй палітыкі. Кепска, калі ёсць некалькі цэнтраў. І мы тут у гэтым пытанні мусім імкнуцца да цэнтралізацыі, якая дазволіць нам пазбягаць нейкіх сітуацый, калі ў нас ёсць рассінхрон, ці розныя структуры займаюцца знешняй палітыкай без узаемнага узгаднення і інфармавання. Пакуль мы не прыйшлі да гэтага, я думаю, што на гэтым шляху нам сапраўды варта мець больш камунікацыі, каардынацыйных нейкіх механізмаў, хаця я б не хацеў, каб ствараліся такія пастаянныя часовыя механізмы для каардынацыі, бо гэта насамрэч нас аддаляе ад мэты таго, каб выбудаваць гэтую сістэму эфектыўнай. Все ж таки, я вернусь до питання визов, з вашого дозволу. Ми подымаем питання сім'яв для визов для сім'яв політзняволених. Ге так само, як і подымаем питання визов для тих чальцов сім'ї, людей, які не можуть вернутися у Білорусь. Бо це так само порушає певні гуманітарні права, що люди не можуть бачити своїх родних, і в певному сенсі у їх повинен бути пріоритет для отримання візу, щоб вони могли навідувати своїх свояків, чи це Польща, чи Литва, чи інші країни. Тому ми питання гэта відпрацьовуємо, справді, це та тема, якою я займаюся так само з Європейською комісією. А можно я все ж таки удакладню, коли вы, дякую за то, что вы отказали на это питание, я попрошу спикера не перебивать, потому что это особое питание, бо это, ну, так. Это наступное. Это, не, питание мое было не у тым, как мы выделяли особые категории людей, а питание у тым, что, например, існує презумпция невиновности, сегодня в Европейском связи вы слушно зауважили, есть такая тенденция приравнять усіх белорусов до российцев. Это значит, что усім белорусам, да, обмежевать доступ, выезд их и так далее. Я нагадаю, что в 2020 году миллионы белорусов удельничали в маршах протеста. Разом с Координационной Радой и все демократичные силы, я думаю, что у нас нема коммуникации и с половой этих людей. Мы не можем их навод верификовать. А коли зачиняется межа, коли зачиняется махчимость для белорусов вандровать, отповедно, коли зачиняется махчимость для белорусов працевать, учиться в Европейском связи, у них состоится только один выбор – Россия. И вот мое питание дотычилось того, как у стратегию, альбо у приоритеты кабинета всех демократичных сил поустало вот это питание не железные заслони для усіх белорусов, без, а не вот особное выключение тих людей, нагадаю, которых мы можем верифицировать. Лічите ви, что это может стать приоритетом на ближайший час и для кабинета, и для інших демократичных сил? Вот это докладно. Так, ці не. Просто откажите, так, ці не. Господа спикера, у нас вельми шмат приоритетов. Мы, конечно, можем додать еще один вельми важный приоритет до низких этих приоритетов. Але тым не менш, гэта наўпрост звязана, напрыклад, са стратэгіяй еўрапейскай перспектывы для Беларусі. Гэта частка гэта. Это ўсё ж такі не абасобленая нейкая тэма. І гэта тая канцэпцыя еўрапейскай перспектывы для Беларусі, якая можа нам дапамагчы насамрэч з вырашэннем пытання безвізавага рэжыму для беларусаў яшчэ да таго моманту, калі мы дасягнем дэмакратычных зменаў у Беларусі. Нацыянальны пашпарт Беларусі таксама можа стаць тым інструментам, які дапаможа нам рухацца ў гэтым кірунку. То бок не откидываем перспективу того, что мы с часом отрываем такой статус, але разумеем, что эта проблема находится в певном контексте, и она не обособленная, и мы не сможем ее вырешить отособленно от других проблем. Дякую. Увага онлайн. Или у вас, господин Нерозов? Спасибо большое за предоставленную возможность. У меня вопрос. По-моему, мне кажется, он достаточно важный, в том числе и с точки зрения потом дальнейшего рассмотрения вопроса о суверенитете, об оккупации, о возможных последствиях, включая гуманитарные последствия, возможно, послабление даже для виз. Мой вопрос относительно, какова позиция ОПК по ЧВК «Вагнер»? Дело в том, что до сих пор международное сообщество не выработало единой позиции относительно оценки деятельности ЧВК «Вагнер». Есть разные трактовки оценки.
В частности, Литовская Республика признает ЧВК «Вагнер» террористической организацией, но, к сожалению, это единственная, по-моему, страна, которая признает ее террористической организацией. Есть ряд инициатив по признанию ЧВК «Вагнер» террористической организацией в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции. В Великобритании эта инициатива не увенчалась успехом по определенным причинам. Можно раскрыть это, но я сейчас не буду. В Соединенных Штатах ЧВК «Вагнер» пока еще не признана террористической организацией, а признается как транснациональная преступная организация, международная преступная организация. Вот вопрос, есть ли позиция у УПК о том, как оценивать ЧВК «Вагнер», какой у него должен быть статус, и что советует УПК, в частности, вы, Валерий, что вы советуете своим партнерам, или на чем настаиваете, или, например, напротив, от чего отговариваете? Спасибо. Позиция ПК по ПВК «Вагнер» такая, что это погроза нашей незалежности, это незаконная присутность замежного военно-приватного формування на нашей территории, якое ніяк не регулюється законодавством. Ми бачимо на прикладі міграційного кризису на межі з країнами Європейського Зв'язу, що ті люди, які атакують чи спробують перейти межу з Європейським Зв'язом, атакують поміжників Польщі чи Литви, вони залишаються безпокараними. Тобто ми можемо протягнути цю тему і побачити на їх місці вагнеровців і зрозуміти, что коли они что-то будут робить, провоковать ситуацию, провоковать наших соседей, то так само у их отказности не будет. Або мы разглядаем это как серьезную погрозу, как незаконная присутность на нашей территории. И у своих размовах с замежными партнерами мы закликаем именно таких деяний разглядать их присутность на белорусской территории как незаконную. Ну, то есть у вас, прошу прощения, все-таки вы не определились еще с тем, каким образом советовать относительно статуса ЧВК «Вагнер». Угроза – это не статус, угроза – это просто общая характеристика. Ну, мы кажем про незаконную их присутность на территории Беларуси, то, что, по-перше, Лукашенко не было права запрошать их на территорию Беларуси, и что нема некое специальное законодательство, которое регулировало бы их деятельность на нашей территории. Дякую. А Олесь Патрусов так само онлайн? Олесь? Не чуем. Включите, коли ласка, гук. А. Коли ласка, чуем. Вітаю. Олесь Патрусов, представник дисциплінарної фракції «Одинство понад межами». У меня есть питание по несколько питаний. Одно по диаспорам, как вы бачите роль белорусской диаспоры в вашей праце, как вы оцениваете взаимоотношения и чем еще больше может диаспора допомогти в вашей праце. По питаниям, так само питаниям, что документов, хотел запитать, насколько идет праца по використанню уже існуючих інструментів в країнах паспортів заміжців. І одна із проблемних часток – це доказати, що чоловік не може отримати паспорт, білоруський паспорт, йому відмовляють, як доказ. І як іде праця по рекогнішн того, щоб в білоруський режим його признали, що він їм відмовляється громадянам Білорусі в їх праві отримувати паспорти і змінювати паспорти. Дякую. Дякую. Так, про роль диаспор. Конечно, от початку этой белорусской революции 20-го года роль диаспоры была вельми значной. То, что это надало импульс и энергию, и поддержку в самых разных формах для белорусского демократичного руху. Я б сказав те, що я бачу як одно із таких істотних практичних задач для білорусів за межа,
калі мы перайдзем на этап кампаніі па прызнанню беларускага нацыянальнага пашпарта, то гэта будзе задачай для супольнасцяў беларускіх у нацыянальных дзяржавах краін Еўразвязу з тым, каб яны вялі гэтую кампанію, дамагаліся станоўчае рашэнне аб прызнанні нацыянальных пашпартоў. Я думаю, што гэта будзе канкрэтная задача, якая будзе закранаць інтарэсы ўсіх і кожнага. Ну, а в целом, конечно, мы все погаджаемся с тем, что роль диаспоры значная, и мы надеемся, что будем находить новые формы для того, как задействовать этот потенциал. Что до пашпартов замежников, мы завсёды закликали до того, как люди, где они не находятся, как они керовались национальными процедурами для легализации, для того, как решать свои проблемы, именно керующиеся национальным законодательством тех стран, где они находятся в этот момент. Пашпарт, мы надеемся, что он придет хутко, хотя мы разумеем, что это высокорызыковый проект. Але для того, каб людзі не былі паралізаваны ў сваім жыцці, каб яны маглі нармальна функцыянаваць, трэба заўсёды трымаць свае дакументы ў парадку. Што да таго, каб што рэжым можа пазбаўляць беларусаў грамадзянства, то гэта адзін з тых аргументаў, які нам дапамагае пераконваць замежныя ўрады, еўрапейскую камісію, у тым ліку ў тым, што нацыянальны пашпарт Беларусі новы, гэта адказ на гэтую праблему. Дякую. Уважаемые коллеги, у нас уже мы перебираем час на слухание. Я разумею, что это интенсивная, вельми цікавая деятельность, якое веде представник и шмат пытанняў. Але давайте так само экономить час як бы свой и час представника и не вертаться до пытанняў, якія уже были зададзены и отказаны, якія мы атрымалі. Калі ласка, Алина. Дякую. У мене два пытання будзе. Першы – это про пашпорт, знову ж таки. Было, вы казалі, што фінансавыя ёсць цяжкасці таксама з падтрыманнем дзейнасці, але таксама казалі, што распрацоўвалася геральдзіка і было шмат спецыялістаў там удзельнічала ў распрацоўкі пашпарта. Ці можаце вы адказаць на пытанне, хто займаецца падтрымкай гэтага і так вось хто падтрымлівае распрацоўку пашпартаў? Что тычется конкретно пашпорта, то была подтримка от приватного белорусского донора, який погодился подтримать. Не могу сказать, в каком объеме идти, это покрыло 100% от необходимого. Ну, але тем не менее, это дало импульс тогда, когда он был потребен, и праца была зроблена. По особовым складе не могу так само отказать на это питание покуль, потому что есть певные синтетивности у этом. Добро. И другое питание на конт агульной позиции объединенного переходного кабинета по санкциях и дифференцированном подходе. То бок, ці ёсць агульная пазіцыя ва ўсіх прадстаўнікоў АПК, і таксама ці ёсць агульная пазіцыя наконт таго, як вы лічыце, ці ёсць ці Беларусь акупаваная, ці Беларусь анексаваная, як гэта было ў рэпорце ОБСЕ. Вось, калі няма агульнай пазіцыі, то што вы агучваеце на міжнародных сустрэчах, калі гучыць такое пытанне? По санкциях у нас супольная позиция, она солидарная. Мы згодны с тем, что санкции потребны. И этот санкционный тиск, он повинен нарушиваться. Нельзя сказать, что этот инструмент был скористан на полницу и эффективно. Мы бачим певные пробелы у этой працы, именно с боку наших партнеров, но тем не менее мы до этого мкнемся. Что до оккупации краины, то у этого питания есть как минимум два складники. Это международно-правовы и это политичны. И у разные моменты эти складники, они выходят в разные формы взаимодействия. Часом нам хотелось бы сказать, что ствержально, что краина оккупована, но тем не менее есть и экспертная думка, якая нас притримливает того, как наша позиция была просто политичной. Мы все-таки не можем быть необґрунтованными у тем, что мы приносим до наших замежных партнеров. Тому часом те перемовы, которые мы ведем с нашими партнерами за межой, они проходят у формате консультации, когда мы один одного слухаем.
так само. Мы не только приходим и там стукаем кулаком по столу и говорим, мы лічим вось так, и это правда. Мы так само повинны послухать и улічить ту позицию, якую мы чуем с іншого боку. Дякую, питання от Ярослава. День добрый, фракция «Громадянская солидарность», делегат от руху «Супротил». Петр Валер, подскажите, пожалуйста, коли ласка. Ось заслухали вчера Сахашчика, и он сказал, что ось вельми тяжко с финансованием для войсковых формований, улеть часом ему приходится за свои сродки отримливать вот эту допомогу. Подскажите, ласка, вы на международной арене, ти лавиюете вот это питание, подтримки доброохотников, и коли так, как можно это вверх выковать? Так, это питание является одним из вельми-вельми важных для нас от початку уворвания с территории Беларуси в Украину. Отриманная певная допомога для полка Калиновска у приватности, хотя в свой час передавалась допомога и полку Погоня, коли ее еще функционовал, это было как раз в минулом годе. Прикладно на 200 тысяч евро было доставлено такой допомоги. Я думаю, что мое слово можно верифицировать у ПКК, у тех людей, которые отримливали эту допомогу, ці там, например, у представников полка погони. Дякую. Дякую. Зараз Євген Кроу, Калівоська. Так, Євген Кроу, лідер молодіжної фракції Координаційної ради. У мене наступне питання. Ви казали, що лічитеся виконавчим органом. У мене такі питання. Виконавчим органом кого? Тому що Світлана Тихановська шмат разів казала, що вона не лічить це АПК урадом у вигнанні. І, ну, і, наприклад, ось робяться заяви об виході з АДКБ, а для кого они робятся и, ну, какие это мают реальные наступства. Так само ось хотел бы задать еще на конт оперативно-ситуационного штаба, чи вы туда уваходили, уваходите, и коли нет, то по каких критериях туда отбирали людей. Дякую. Я почну с другого питання и после попрошу докладнить первое. Так, я уваходил в этот штаб и уваходил его тому, что я занимаюсь внешней политикой. И была такая вычерпальный идея, что... отказ. Наступное да. Питание. Было питання так само, какие критерии были. Критерии то, что я занимаюсь внешней политикой. Я думаю, для что зрозуміло, что наместник керовника кабинета может уваходить в операционный аналитический штаб. Коли ласка, питання первое. Да, ну первое, виконавчим органом кого? І, ну, тому що, знову ж таки, Світлана Тихановська казала, що ви не урад у вигнанні Білорусі. І якби, ось, наприклад, робляться заяви об виході з АДКБ, і, ну, ось, які це мають реальні наступства, до м'якого виходяться. Зрозуміло. Все, тепер зрозумів. Дякую за удокладнення. Виконавши урад лідер демократичної Білорусі, президента електа Світлани Тихановської. Это первый отказ. И так, решение, скажем, там, позиция, которая была заявлена в той заяве про выход за ДКБ, она, в принципе, стосуется с той рамочной позиции, что мы должны переглядать отношения с Российской Федерацией, и она стала протягом именно этой думки. Дякую. Рухаемся далее. Ганна Кравченко. Одно питание, коли можно. Дякую. Сейчас вводится новый пакет санкций, и в своих результатах несколько членов кабинета написали такой результат, присвоили это себе. Так чья это заслуга, новый пакет санкций? Он сам велся. Это Павел Латушко, это Валерий Сахащик, либо это результат вашей работы? Я не бачу еще реакции інших представников ці офиса Светланы Тихановской. Конечно, это, на мой погляд, это супольный выник. Многие занимаются этим питанием. И громадянская супольность у тым ліку, и экспертная супольность вельми шмат надає этому уваги. То бок я бы не стал тут отзначать когось-то особисто, кто зробив усю справу. Усе по-своему до этого спричинились. Конечно, Павел Латушко уладальник, скажем, этой функции у кабинете, але этой темой занимаются многие люди и в кабинете, и по замежам кабинета. Дякую. Виталий Ромашевский. Валер, вы узгадывали про ваши неодноразовые спробы и заявы, точнее, до европейского связа, не признавать все постановы Лукашенко, но, отповедно, всю легитимность действующей белорусской улады после 2020 года.
При гэтым у гэтых заявах не ўзгадваецца заклік да еўрапейскага звяза не праводзіць камунікацыі і не прызнаваць Пуціна і пуцінскі рэжым таксама нелегітымным, не здольным да камунікацыі. І ці не лічыце вы, што адсутнасць у такіх заявах па Лукашэнку ўзгадвання Пуціна і маскоўскага рэжыма дэ-факта яна будзе спрыяць акупацыі Беларусі, таму што, ну, калі мы не заклікаем аналагічным чынам спыніць камунікацыю з Крымлём, атрымліваецца, што мы узводзім дзеючыя беларускія там акупацыйныя там, скажам, нашы ўлады, там дзеючы беларускі рэжым да ўзроўню губерніі і Беларусь адпаведна. Чаму? Ці не лічыце вы памылкай неўзгадка Пуціна вось у падобных заявах? Ці лічыце вы, што ў будучым гэта трэба ўлічыць, і вось Лукашэнка і Пуцін павінны быць ісці разам? Ну, бадай, што наш такі базавы падыход да гэта, што нічога пра Беларусь не можа абмяркоўвацца без Беларусі. У тым ліку гэта тычыцца і Пуціна, і ў кантэксце таго, што Расія зараз вядзе такі вельмі актыўны наступ на незалежны суверэнітэт Беларусі. Таму у пэўным сэнсе гэта прысутнічае. Я магу сказаць, што тэма ўмяшальніцтва ў справы Беларусі з боку Расіі, яна падымаецца больш актыўна, чым раней. Зноў жа, у нас была пэўная траекторыя таго, як развівалася пытанне, як разглядалася роля Беларусі ў Расіі пасля 20-го года, але пасля 24 лютого 22-го года то ўжо ўсе пытанні былі знятыя датычна таго, чаго хацела б Расія. Я не думаю, што гэта будзе таксама нейкай панацэй, што мы адзін раз скажам і нас паслухаюць. Мы таксама разумеем, што мы можам прыйсці са сваімі пазіцыямі і 1, і 20, і 30 разоў і патрабаваць яе выканаць, але гэта яшчэ не гарантыя таго, што гэта будзе выкананае. Дзякуй. І апошняе пытанне таксама онлайн. Роза Торарбекова, калі ласка. Спасибо большое за возможность задать этот вопрос. Наверное, он может показаться экзотичным, но тем не менее, есть ли план у ПК по работе в восточном направлении, я имею в виду восточный вектор, да, политики, внешней политики? И поясню свой вопрос. Дело в том, что он очень, на самом деле, комплексный. Здесь много комплексов разных, так, проблемных и перспективных, кстати говоря. В частности, вопрос обхода санкций Центральной Азии и, скажем так, вопросы, связанные с торговлей и прочее. Вопросы, связанные с Китаем, например, какова позиция ОПК относительно вступления Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества, есть ли вообще, в принципе, такие оценки. Помимо таких стран, которые признаны как авторитарные и даже в некотором смысле диктаторскими режимами, есть же и другие, которые, и, в общем, например, сегодня объявляют санкции в отношении... объективно вот такую картину, ответственную картину относительно внешней политики кабинета, может быть, все-таки есть дякую. Этот план, вы озвучите, или он пока... Дякую, тут у нас технічныя перабоі, але сутнасць пытання, мне здаецца, зразумелая. Как бы апошняя частка, як бы тычылася Паўднёвай Карэі, якая там таксама ўводзіць санкцыі. Так, дзякую. Сапраўды, ўсходні вектар прысутнічае. Мы на яго глядзім. Не магу сказаць, што у нас ёсць нейкая выразная стратэгія па тым, каб працаваць з гэтым рэгіёнам. Ён вельмі розны. Мы разумеем, што ёсць Цэнтральная Азія, ёсць Японія, Карэя, ёсць Кітай, Індія, Інданэзія і гэтак далей. Усе вельмі розныя краіны з рознымі падыходамі да сітуацыі Беларусі. З Японіяй і Карэяй у нас добрае ўзаемадзеянне ў Нью-Йорку ў рамках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, там, дзе мы досыць неблага вядзем з імі дыялог. Па Кітаю даволі папулярнае пытанне пра тое, як мы можам з імі выбудаваць адносіны. На сённяшні дзень нашы спробы не прывялі да нейкіх выразных кантактаў, але тым не менш мы разумеем, што кітайцы не вельмі задаволеныя тым, што адбываецца ў Беларусі, і ёсць прыкметы таго, што адносіны паміж Кітаем, КНР і рэжымам Лукашэнкі праходзяць праз этап ахаладжэння.
Дякую, Валер, дякую за справаздачу і такі протягую адказ на наші питання. Це саме довге сесія питання у адказу, поки що з представником, яка у нас була. І питання не вичерпане. Я думаю, що не буде проблеми, коли ми дошлемо ті питання, які не зададені у письмовій формі, і можна буде альбо зустрітися особно ще, альбо отримати письмові відкази на це. Я так само нагадаю, що після скончення слухання Координаційна рада буде голосувати по продленні мандату. По некоторых представников это голосование идзе, вам почнеться після слухання. І так само групи, які працювали над питаннями і слуханнями, вони будуть представляти некі свої виводи і рекомендації, які ми будемо передавати кабінету, відносно так само вашого керунку діяльності так само. І ще раз великі дякую за ваш виступ. Дякую вам і буду радий відказати на питання, коли я видашлю це у письмовому вигляді, вже на вздогон. Дякую. Я подпустив Валера і дав можливість ще обміркувати, підвести якісь виніки по сьогоднішньому дню. Тому що сябри комісії можуть віднестися до того, що було сказано і на першій частці сьогоднішнього дня, де виступала Ольга Горбунова, так, і тому що було сказано Валером, відказано зададзене у вигляді питання. Калі ласка, хто хотів би? Ну, я б хотел начать. Вот, я, в принципе, лечу некорректным сегодняшнее ведение Андрея, у тем лику, что ты снял свое питание. Это мое меркование, потому что, ну, глядите, это место для дискуссий, и, на мой погляд, сапраўды это важная проблема, закрыть сегодня, напомню, самое важное, что мы можем сделать для белорусов просто, да, и питания это задают. И до каждой организации, которая работает с белорусским громадством, приходят такие питания про закрыть европейского связи. Студенты-белорусы, которые поступили в чешские вузы, не могут отримать чешскую визу. Мы отмовились сегодня, мы отмовляемся навод не просто там обмерковывать, дискутовать. Ты еще снимаешь это питание. Лечу, что это было некорректным. И вогуле, это тема, которая заслуговывает особной дискуссии. Потому что то, что мы для белорусов можем робить и не робим, вот это вот, конечно, нас не спросить за то, что мы, например, не зробили то, что не могли. Это мы робим робить, можем робить, да, и отмовляемся ставить это нам эту приоритет. Мне кажется, это вельми важно, я спадзяюся, что вось, ну, мы, я сябра международной так само комиссии, мы с Петром Ковалевским так само маем магчимость встречи в рамках международной комиссии, мы это еще будем, ну, обмерковывать, дискутовать, я думаю, что тут как раз есть плен до супрацы. Вось, наступный раз я попрошу просто вести себе корректнее ведущих и все-таки давать магчимости, как дискуссия развивалась. Дискуссия да. Развивалась, но все пытания были даденные отказы. Кто хочет подвести выники? Только подвести выники. Лена. У меня первое уточнение. Мы в режиме онлайн находимся? Так, мы находимся в режиме наупростовой трансляции. Я тогда, сейчас мы говорим не о рефлексиях, о том, как произошло, а по направлениям. Зараз у нас есть можливость подвести выники по сегодняшнему дню. И тому, что у вас засталось невыказанным, махчима некие подогульнения, какие вы хотели бы сделать, выказывание за уваги по ведению, как господар Виталь зарабил. Леваска. Во-первых, я благодарна, я была руководителем группы рабочей по направлению Ольги Горбуновой, благодарна рабочей группе за активную работу, подготовки к слушаниям. Мне кажется, это дало свои результаты. Благодарна Ольге за вовлечение глубокое. Из вот этого процесса двух дней я могу вынести, мне так показалось, что второй день уже гораздо более насыщен по содержанию был. В первый день мы еще нащупывали, наверное, формат, как происходит дискуссия, как мы задаем вопросы. Я возвращаюсь к своему тезису о том, что первоочередная задача в таких слушаниях, чтобы ответы были максимально развернутыми и интересными для белорусов и белорусок, которые видят, а не только для членов Координационного совета. Наверное, отсюда проистекали столкновения в нашем комитете, в нашей комиссии. Вот. Мне кажется, что было продуктивно, насыщенно. Еще раз вношу рекомендацию, совет и просьбу, если мы утвердим такую практику проведения слушаний в Координационном совете, обмениваться в письменном виде с правоздачами заблаговременно. Это помогает слушаниям быть содержательнее и не задавать лишний раз вопросы о том, что точно прозвучало уже. Вот. Мне кажется, что это
выводы для будущего сотрудничества и правильного определения ролей в этой взаимосвязи. Дякую, Лена. Ян Рудик. Я бы все ж таки хотел звернуть увагу на тем, что мы чуем сегодня и то, что мы вчера чули, тому что я, ну, я не хлусять, как бы в очи. И он каже зараз, Валер Ковалевский, что у них одинная позиция по санкциях. Перед этим была Горбунова, она казала, что она не ведает, что для политвязнев я не могу быть по-иншему. У них не існує одиной позиции по разных питаннях. Яны разные, каже Сахащик одно, про оккупацию тое. Яны не могут выпрацовать. Яны працуют уже год. За год эти люди не смогли выпрацовать одиную позицию по питаннях. Какую позицию мы, как шальцы громадской супольности, координационной рады, повинны доносить до наших европейских партнеров, про что сказал так само Ковалевский, коли у них у самих нема этой позиции. Я не чув... Не чув выников. По праце так само. Это, ну, это некая абстракция, это складано верифицировать. Хлусня на конт визов. Коллеги подказывают, что с визами все не так добро, как кажут. Я не ведаю, что будет далее, и эти вовогуле знойдут час иншие шальцы переходного кабинета, как поразмовлять с нами и приедут сюда. Але покуль выглядает, что треба не разглядать особно, а выставить вот там недовера. Всему кабинету и вырашать мэтазгодность его дальнейшего основания. Я думаю, что это резкая экстремальная позиция, но, тем не менее, как вы видите, что я присутствую в координационной раде. Я заважу, что координационная рада сама мусила так само выпрацовывать позиции по каких-то певных питаниях и, как бы, и доводить их до белорусского громадства. Евген Карову. Так, дякую. Я бы хотел, напевно, уже нас покритиковать, потому что, коли б мы больше уважливо чули один одного, мы б не повторяли одни и те питания, разу по пять, там, пройти новые пашпорты, там, еще нечто могли бы задать. Ну, например, да, там, коли представник не як плавает, то треба просто больше глубей, да, запытать, а не одно и то же запытывать, как почуть одни и те же отказы. Ну, и так само хотел подяковать Андрею Егорову, что все-таки под конец уже смог там просить короче отказывать, там не так, они там вот это расплывчато водой. Дякую. Ганна Кравченко. Да, спасибо. Что я вижу из проблем, которых уже видно после заслушивания четырех представителей ОПК? Первое, по поводу конкретики, то есть мы не понимаем, какие перед ними ставились планы, какие из этих планов были выполнены, что, какой будет план с конкретными показателями на следующий год, поэтому опять это все про доверие и отсутствие верификации. Если в случае с какими-то из представителей мы не можем в силу безопасности это проверить, да, то другие представители как бы тоже не стремятся приблизиться к этим цифрам. Не очень понятно, где чья заслуга, не очень понятно, какой проделана работа. Вторая часть того, что за год работы кабинета мы видим, проблема большая с обеспечением просто аппарата кабинета, то есть нет, каждый из представителей говорит, что нет финансирования на сотрудников, нет финансирования у самих представителей, при этом ответственность на них лежит большая, и получается, что они занимаются операционной работой, а не запланированными, запланированными планами, настолько, что спустя год часть представителей, ну, по-моему, получается, что все, не могут предоставить планы конкретные на следующий год и откладывают эту позицию. То есть сейчас мы вынуждены принимать решение о том, соответствуют ли эти представители возможности выполнить планы, которые они не составили и не презентовали. И при этом, что, какие у них планы стояли год назад, и что из этого они выполнили, а не просто, что они смогли выполнить за этот период. Все это на фоне того, что операционно они не обеспечены никак. Я частково разумею, конечно, справедливость критики, але в выступлении каждого представника гучали планы на бягучий период, то есть что будет сделано, как бы у каждого как бы было. И я б тогда у справоздачах координационной рады тогда б вельми конкретно как бы писал об тем, что менавито как бы не прогучало, каких менавито критериев как бы не было почуто, каких менавито планов как бы не хапало, там, ну, что, как бы это так само не выглядало, как агульная претензия до кабинета. Вольга. Ну, я тут так само погоджуся, мне про планы не хапило, потому что я уявляю, что про год, когда у нас нема от чего штурхнуться, например, те у новой координационной рады, будет возможность оценить, те то выполнили, какие задачи ставили. И тут питание в том, что когда мы все-таки, когда мы про планы думаем,
то мы хоть задачі для себе особисто ставим, тоді зрозуміло, куди ми рухаємося, у яким накірунку. То для мене це справді важливе питання. Така ще агульна рефлексія, що мені подається, що ми боїмося задавати некі острі питання. Что мы спробуем задавать такие питания лайт-версии, да, как бы, ці гэта наша проблема, что мы еще выбудовываем стосунки, мы не хочем когось покрыудить, да, ці там питания про финансирование так само, яны, ну, на их отказы не отримовываются. Зрозумело, что финансирование есть, и я думаю, что гэтага не треба, ну, как бы, бояться, потому что есть фонды, которые подтримливают проекты пэўные, в пэўных накірунках, и гэта нормально про гэта, как бы, казать. Але вось, ну, гэтае пытанне мне падалося не раскрытым. І з плюсаў агулам пра вот аб'яднаны пераходны кабінет, канешне, у палітыку прыйшлі новыя людзі, яны прыносяць свой ресурс, вялікі ресурс, яны робяць класныя праекты, але з мінусам тое, што бачу ўжо пасля 4 прэзентацый, няма каманды аб'яднанага пераходнага кабінету, да, как бы усе людзі, якія выступаюць, яны кажуць, і Сахащук учора таксама, ну да і сёння таксама я бачыла, што няма гэтай агульнай стратэгіі, как бы, да, і вось, ну, рэкамендацыі, ну, не ведаю, наколькі гэта рэкамендацыі, але хацелася параіць калегам все ж таки у гэты бок неяк таксама накіраваць сваю увагу і працаваць над гэтай каманднай працай, каб гэта агульная стратэгія, ну, была больш зразумелая. І, можа быць, падумаць, як мы можам далучыцца таксама да гэтай працы, чым мы можам дапамагчы працы вось менавіта гэтых прадстаўнікоў. Дзякуй. Лена? Я хотела, наверное, прокомментировать также и комментарии коллег, потому что мы много говорим о солидарности белорусов. Солидаризироваться можно молчанием. Я искренне переживаю за то, что когда мы не комментируем, сидим в одной скамье, то это мнение разделяется на всех автоматически. Во-первых, мне не кажется, что сегодня звучала ложь за трибуной. Во-вторых, мне кажется, что ответы звучали весьма конкретно, и я в своей реплике акцентировала внимание. Моя персональная претензия в том, что сложно воспринимать на слух эти ответы. Я, например, с правосдачи Ольги Горбуновой уже прочитала, конкретно Ольга Горбунова дала ответ, конкретно Валерий Ковалевский дал ответ по финансированию. Для меня они максимально прозрачные и однозначные. Я солидарна с Ольгой, что эти вопросы должны звучать, они, возможно, для кого-то все еще неудобные, но я осталась рада тому, что ответы прозвучали конкретно. Поэтому солидарна с позицией Андрея о том, что когда мы говорим агулом вот такие комментарии, не хватает мне от членов Координационного совета тоже конкретики. Возможно, нюанс в том, что мы не смогли расслышать и расставленных акцентов, потому что я вот часть, например, услышала. Я сейчас договорю реплику. Мне показалось еще важным сейчас прокомментировать. Я думаю, что члены Координационного совета по-разному понимают свою задачу и роль Координационного совета в таком процессе слушаний. Последнее, чего бы мне хотелось, ощущение судилища, ибо мы не судьи, мы инструмент в руках белорусского общества. Мне кажется, что когда мы начинаем кричать, это не есть неудобный вопрос, когда мы повышаем голос. У меня голос громкий просто. Я договорю, хорошо. Когда мы начинаем осуждать, это не есть формат, при котором мы провоцируем ответы на вопросы, мы скорее ставим человека в позицию защиты, и мне кажется, что это затрудняет процесс слушаний в этом случае. Вот. Поэтому думаю, что вот это удобство-неудобство, возможно, мы по-разному трактуем просто. И про себя тоже хотела бы проговорить, потому что, наверное, для слушающих тоже важно. В Координационном совете в чате развернулась дискуссия, например, на «ты» или на «вы». Мне кажется, тоже важный аспект. Я, например, вчера обращалась ко всем на «ты», и сегодня к Ольге обращалась на «ты». И мне казалось, что в этом есть как раз создание атмосферы доверительной, если мы имеем контакт в жизни, чтобы не было такого дистанцирования и угрозы. И это нисколько состояние угрозы или защиты, нисколько неуважение или уважение. Вот. Поэтому ко всем членам Объединенного переходного кабинета хочу обозначить свое уважение и благодарность за вовлечение в этот процесс. Спасибо. Дякую, Алина. Так, ну начну с хорошего. Это спасибо всем, кто присоединился, потому что очевидно, что не все 100 плюс человек участвовали в этом активно, и те, кто участвовали, внесли свой определенно большой вклад. Спасибо всем тем представителям Объединенного переходного кабинета, кто в этом поучаствовал, потому что не все удосужились это сделать, так как это изначально обговаривалось. По поводу критики или каких-то вещей, которыми я осталась не совсем довольна лично, это
Мы убедились в том, что все очень красиво умеют разговаривать, это точно. Ораторскому искусству мне стоит поучиться определенно у всех, но мне не хватило тоже планов. Присоединюсь к своим коллегам по фракции в этом высказывании, потому что то, чего мы тут отталкивались, пока составляли эти вопросы, это были три предложения, которые описывали деятельность на прошлый год. Либо от постов этого недостаточно, и стоит заняться хорошим целеполаганием на следующий год, определенно. Но также хочу заметить, что не всю справоздачу можно сказать в своей речи, и поэтому хочу также критику направить в нашу сторону, потому что общение было, и даже постановка вопросов не всегда была корректная, и она не была нейтральная в очень многих случаях. А мы здесь не для того, чтобы упрекать, не для того, чтобы раздавать советы уже в вопросах, а для того, чтобы нейтрально спросить и уже дальше делать выводы. И последнее, что хочу сказать, это раз у нас есть возможность направить еще письменно какие-то вопросы, призываю всех использовать эту возможность и довести это до какого-то хорошего результата. Спасибо. Дякую. И Полина Бродик, в завершение. Дякую. Я дам такий агульний коментар. Я долучилась тільки до опошньої частки так грунтовно. І насамрэч, у першу чергу хочу сказати, що пророблена була, був великий шлях пройдений, і оргкомітет сапраўды зробив велику працю. Мне падаецца гэта вельмі істотным з таго пункту гледжання, што я, прынамсі, за апошнія 20 год не памятаю цікавых прыкладаў публічных дыскусій вось у такім фармаце ў Беларусі сярод беларусаў. Гэта маглі быць нейкія ток-шоу, безумоўна, гэта маглі быць нейкія канферэнцыі, але не ў выглядзе справаздачнасці інстытуцыі адной да другой. І неважна ў дадзеным выпадку, які будзе канкрэтны вынік, до кого может быть, и не может быть, вот мне доверу, те может быть некий усхвальный отгук. Самое главное в данном моменте это то, что мы транслюем важность и истотность публичной политики на белорусское громадство. И что тычется детализации отказов, сапраўды зразумела, что есть скидка на пытание безпеки, і наўрад ці ўсё можна агучваць у сённяшніх умовах, у якіх мы існуем. Таму я б не чакала, што будзе дэталёвая там справаздача па фінансаванню, што будуць названы донары, якія спонсуюць, ці то лічбы канкрэтныя. Гэта, бадай, немагчыма на сёння. Але тым не менш, добра, што ў нас ёсць магчымасць пачаць размаўляць публічна на гэтыя тэмы і рабіць гэта цікавым для беларускага грамадства. Я апошнія два дні чытала каментары ў нашым YouTube-канале, дзе даволі часта задавалася пытанне, а хто яны такія, каб пытаць? То бок, размова ідзе пра каардынацыйную раду. Мне падаецца, мы не тыя, хто мае мандат на пытаць, мы тыя, хто дае магчымасць пачуць. І мне б хацелася вось апошні выступ, так сказаць, мой невялікі, менавіта на гэтым сканцэнтраваць, каб усе звернулі ўвагу не толькі чальцы і чаліні каардынацыйнай рады, але і нашы слухачы і гледачы на тое, што гэта добры прэцэдэнт дыскусіі, публічнай дыскусіі ў беларускім грамадстве. І давайце працягваць гэту практыку надалей. Дякую, Паліна. І Вольга Кавалькова, караценька. Я падтрымліваю, што пра публічную палітку гэта супер, трэба развівацца ў гэтым накірунку, але калі шчыра крыху фарматам не было падобна на таго, што адбываецца ва ўладзе, нам трэба, прабачыце, калегі, но крыху па форме, патаму што я чула, не адрознівалася ад прадстаўнікоў рэжыму, і нам трэба падумаць таксама ў гэтым накірунку. Ну, можа быць, камусь не спадабаецца каментар, але так бывае. І нізкі інтарэс у беларусаў. Я бачыла нізкі інтарэс у беларусаў да гэтай падзеі, і таксама нам трэба парэфлексаваць і падумаць, чаму не можам зацікавіць людзей, глядзець і цікавіцца гэтай падзеі. І тое, што казала Лена, напрыклад, пра фінансаванне, просто я чула противоречивые учора там отсыхащика комментары, тому это не то, что не раскрыли, а то, что ну, были полные моменты, где я бачила несупадение. Дякую. Дякую, коллеги. Я вымушена завершать уже зараз это завершение. Калі ласка, спыніцеся.
Як гэта завяршэнне слухання, як бы у гэтай зале ли не завяршэнне слухання з прадстаўнікамі аб'яднанага пераходнага кабінета, таму што заўтра будзе працяг, мы будзем мець магчымасць выслухаць Паўла Латушку, прадстаўніка па транзіце улады. Я асабіста хацеў бы падзякаваць усім тым, хто сёння выступаў перад намі. Я учора падкрэсліваў, што гэта ж такі вялікая адказнасць і ў пэўным сэнсе мужнасць быць сёння на гэтых пазіцыях, выслухоўваць шмат як бы крытыкі ў тым ліку і ў ад нас, аднак тым не менш дасягаць дастатковых поспехаў. Мне падаецца, на як бы тое, што сёння беларускае пытанне на такім узроўні гучыць, гэта заслуга міжнароднай дзейнасці кабінета. Тое, што мы маем адкрыццё там стратэгічнага дыялогу з Еўрапейскім саюзам і Злучанымі Штатамі, гэта дасягненне кабінета, якія мы не можам ігнараваць. Тое, пра што распавядала Вольга Гарбунова на першай частцы, не толькі вось відавочныя поспехі, а адносна апошняга марафону, які быў і з дэманстрацыяй вялікай салідарнасці беларусаў нават у гэтых умовах, але проста практычныя пытанні з тымі групамі, з якімі працуе Вольга, мне падаецца, гэта вельмі важна. І умовы, як мы чуем, вельмі складаныя, дысбаланс рэсурсаў, як бы адказнасці, дысбаланс мэтаў, як бы і агульная сітуацыя, якая ёсць, гэта таксама тая тое асяроддзе, у якім працуе аб'яднаны пераходны кабінет, і гэта мы таксама павінны ўлічваць у сваіх ацэнках. Хочу подзякаваць усім, усёй камісіі, хочу падзякаваць тых, хто дапамагаў нам тут з арганізацыяй гэтай трансляцыі тэхнічнымі момантамі, асаблівая падзяка сакратарыяту каардынацыйнай рады за дапамогу арганізацыі гэтай падзеі.